$1,000 on the line. And in every single game, if you get that loss, that little word sneaks into your head. Ooh, how much am I going to lose if I keep messing up? No, maybe I should do something more conservative. Maybe let me not do the billboard I was practicing. Let me try to be safe. Like, what do you guys think? Well, I mean, I like the word distractions. I think that's a really good one. It describes everything you said. But even just like, maybe you're not down 0-1, but your opponent kind of spooks you out a little bit. I mean, we were talking about Hero versus Classic, where Classic is kind of on the totem pole, one of the, I don't know, lesser players is what you would say, but... Так, ребят, что-то стартануло, походу, да? And all of a sudden, that narrative starts to creep in your head a little bit, where it's like, ну что же. This guy got my number? But something like this actually forges like the best champion that you could possibly get, right? Because we see people like Life last year, SOS the year before, that just have nerves of steel. I don't... Короче, ребят, прошу прощения, возвращайтесь сюда. At their absolute best, and in fact, I think they even become better under that pressure. Я дом труба, рот шатал, всех чехпых. Матом ругаться не буду. Вот, но я ругался здесь матом, пока ничего не стартовало, поверьте мне. Вот. Yeah, no, we aren't. We're all voting for innovation there. It's like, pretty cut. You go, Sean. I believe in myself. Even the creative guys picking innovation. 374, привет. Today we are going to be doing every single round of 8 match. Quarterfinals back. Слушай, гораздо лучше восстанавливаюсь. Лучше не обновляйтесь, короче, я стоп-старт, походу, тоже больше делать не буду. Кит, слушай, не знаю. Без понятия вообще, какое отношение. Ну, сомневаюсь, что это он. Думаю, что нет. Round of 8, you have one day, and then if you get past the round of 4, you have no time at all, actually. It's like a couple hours. And that's what makes it such a beautiful culmination, that in that final match, we have all 3 races represented here at the tournament. You're not really sure who you're going to be up against. Где-то In control здесь, ТЛО, Артвосис. Day 9. 12 минут до игр. Really a way to make a name, and we have several players left in this tournament that just aren't as big a names. People like Hydra, people like Rogue, even Classic. Артосис, ты если с вообще не Брудвар ни о чем был, он там так. Day 9 был неплохой зерк, с ним я играл мало, не помню, как играл с ним, честно говоря. Ну, я думаю, что играл, но я реально не помню. С Артосисом играл много, с Android мне его подогнал, спасибо ему, как-то я помню, чтобы я подтянул ПВТ. Вот, он меня 7-1 раскатал, потом я еще с ним играл уже более ровно, но ПВТ подтянул, да, действительно, потому что заметно вырос уровень. Вот. Ну, компанию, не компанию, не знаю, ребят. Счетчики сейчас вырубились пока. Стоп-старт это было опасно, но ничего не поделаешь. Показывают игроков. Первый матч будет Хиро против Классика, как я понимаю. С Чарликом сходил. На Кибейсе я запилил на Хиро ставку. Там 20, по-моему. Вот. Но экспресс запилил на Классика, то есть там так по-другому. Все есть ссылки, которые я скидывал, так что в принципе мне достаточно, не то что мне в принципе не важно, кто там выиграет. Вот. Но я думаю, что у Хиро есть шансы. Но смотря их статистику, давайте сейчас просто я при вас это сделаю. Хотя нет, я пока не буду ничего делать. Тут много интересного. Вот, короче, я вам так расскажу. На Лиге Улаки сами можете посмотреть. В общем, суть в том, что...
Кира, не классика, не брал ни одного боб 5 за всю историю. Там 3, по-моему, было. Ну и вообще выигрывал его больше, в принципе. Ну, я думаю, все должно когда-то случаться в первый раз. И это пара 50 на 50, как по мне, примерно. Вот. Проходится по группам, по всем. Вот. Ну, Innovation с Life, понятно, что фаворит Innovation в данный момент, что Life не в форме, Innovation тоже, но прошлый BlizzCon Life тоже никто не планировал, что выиграет. Так что, я думаю, эта пара такая, там может быть сюрприз, там я на Life так по фану ставку запилил. Ну, из-за крутейшего коэффициента. Вот, но в экспрессе на Innovation. То есть экспресс, классик, Innovation, SOS и Гидра. Вот, а другие пары, ну, так просто так, в одинарных по-другому. Рейн SOS на SOS-а. Ну, что Рейн как-то не в форме, SOS в хорошей форме. Гидра Рок. Вот самая интересная пара Гидра Рок на Кипбете была. Потому что, я не знаю, как на других сайтах, на Рога... Ну, то есть, Рок фаворит там по коэффициентам на Гидру 2 с чем-то там или 2. Вот, но, посмотрите, если вы посмотрите статистику, между прочим, мы недавно играли, 6-1 по матчам ведет Гидра, 6-1, и он недавно буквально выиграл. То есть, он просто рвал всегда Рога. Странно, почему там так именно, не знаю. Так, а что у меня, не вижу, кто-то на премиум подписался. Когда это было? Увермакс. А где баба-то? Чё молчит? Не понял, почему молчит. Ну ладно, потом разберемся. Now, of course, every tournament has some upsets, but the way in which those panned out in the round of 16 kind of surprised me. I mean, Rogue 3-0-ing Morrow, the last one that we just saw there, still surprising. I would still vote for Morrow if I could. Yeah, I mean, I think Rogue even winning is surprising, but the fact that he 3-0'd him in very dominant fashion, yeah, like you saw that last game highlight there, it was like, yeah, 30,000 roaches just kind of ran him over, and it was not close. It was very surprising. I mean, Innovation, I mean, a lot of people expected him to be advancing. A lot of people think he's the favorite for the tournament. Crushed 3-0 Life. I don't even know how good his form is. He just won 3-0 so fast. There's like so much unknown going into the round of 8. Yeah, and I mean, even with Classic against Bjol, that was like a big surprise as yeah. well, right? 3-0. Bjol has been so good lately. And of course, the top 8, champion after champion, Hero, Classic, Innovation, Life, Rain, SOS, Rogue, and Hydra. Dario, we can't emphasize what you said enough. This is probably the best possible lineup when you look back at the history of Heart of the Swarm. А, вот это выгнали игроков на сцену, я смотрю. We still have one WCS player, even though he's also Korean, but he's been practicing in America. And it shows that even if you live in America and not in Korea, you can make it to the finals. And Hydra, that player, went second, and then first, and then round of 8 in WCS. I mean, that is very hard to do consistently. And 5 минут нам еще слушать все это дело. And Rogue, who really has not done anything massive, he hasn't gotten a gigantic win, got to the round of 8 every single tournament he played in. And that's what I like, going back to Dan's point earlier, too. Like, that's what BlizzCon is so awesome about. Like, Rogue could make his name here. He goes into this tournament, a lot of people are like, oh, yeah, a consistent Korean player is very good. Лилим Капу, да, Лил Боутов Лотов играет, он как бы. And there's a couple guys like that. Это мы все уже знаем. Вот. His results are even better than that, but I feel like for some reason people just kind of skip over him. And then even Hydra, like you said, his storyline, leaving Korea, but then if he could best this field, then it's kind of one of those cool things where it's like, you're actually something special, because you left the best gaming environment on planet Earth, and you still won. That would truly be amazing, and I mean, he has Rogue in that first round, who you said, Sean, made it to the round of 8. This is the round of 8. Uh-oh. He hasn't been past the round of 8. Кстати, ребят, если что, как и обещал, появился новый смайлик, это у нас...
Артанис, который просто, когда смотрит на это все, берется за голову. Вот. Впереди Керриган и Джимми Рейнар еще. Так что подписывайтесь на премиум. Может, получится поменять, запилить там. Еще какой-то смайл. Вот. Course, SOS, a former champion, Rain getting second in BWC. Yeah. We have Hydra versus Rogue, the two underdog stories at the far bottom of the bracket. What's your favorite matchup looking like? I mean, these are all incredible, but I gotta be honest, I'm gonna be very curious if Dario could disagree with this one. I feel like Innovation Life is the showstopper. I feel like that is the matchup that people look at and go, I hope those are awesome games, because that on paper is the one of the coolest things I've ever seen. And I've seen a lot of cool stuff. You've looked at a lot of cool paper. I've seen some cool paper. Well, I'd be a fool to have to disagree with you with that. I mean, this is basically Zerg versus Terran in its purest form. And it reminds me of... Короче, сейчас они по всему, видимо, там пройдутся и... That's actually a really good analogy for it. And I mean, the thing is, Innovation's been so hot recently. Life got most of his points at the beginning of the year, so... I'm not sure exactly how that's going to go, but Moonglade was talking to Life earlier, and he said, oh yeah, I've got this, I'm going to beat him for sure. He always does the same thing, no problem. I love Life's confidence. He's he's a little spark plug, that one. I feel like Life сказал Moonglade, что он на изичах и на вейш напрокатит, но посмотрим. Вот. Всю кампанию за час и не прошел, но жирного бы мог бы убить этого большого товарища, я думаю. Вот, Дерус бы закончить хотя бы. Ну, знал бы, так закончил, ничего не поделаешь, подрываться, тут что-то кипишить, спешить не надо. Компания это без спешки всегда должно быть размерено, чтобы все посмотреть, все посчитать, как-то так. The 2014 championship so much in every one of those games it was an all-in but a different all-in with a different signal and it's that sort of really just decisiveness where he's like I'm going for it that is so stressful to play against even beyond that Sean like what I like about life is that when I watch StarCraft a lot of what really pulls me in and gets me excited is seeing people do things that I could never do in a million years and I'm a pretty good StarCraft player but these guys on the stage are another level and life I feel like what he does with Zerg is so fun because you're like, oh, I'm watching a talent. I'm watching something special. Oh, yeah. And it's actually transpired over time. Like, Life has remained one of the absolute best Zergs for years now, and he's a young guy. So we're going to get this show underway in just a moment, but it's time to find out how awesome we are. Predictions, Artosis, go. Yes. For the whole tournament? For the whole tournament. Match? Who's going to win? All right. SOS is going to take down Innovation in the finals, I think. Oh. Dario. As much Crowd as I would like it. As much Crowd as I... Сегодня не будет полуфиналов, завтра BlizzCon EHZ, во сколько, я так полагаю, что так же, как и сегодня примерно. Когда шоу-матчи по Архуну, я тоже без понятия, сегодня либо завтра, вообще не знаю. Потому что сегодня еще шоу-матчи будут, сегодня будет все очень долго, а завтра вообще останется всего ничего, полуфинал и финал. Вот, и думаю, что это неправильно. If we have any correct answers at all. Ladies and gentlemen, let's kick off WCS 2015 Grand Finals. Шо, матчи после сегодняшней матчи часов 5 утра? Неправильно, здорово. Стрэндж, кстати, неправильная политика. Так как... А как мы? То есть посмотрим все матчи, а потом шоу-матчи будем что ли смотреть? Как-то, мне кажется, бредовенько это. Между бы где-нибудь пильнули. Гидророк. Короче, до Гидророк в 4 утра у нас получил. Короче, опять до утра. Ну что, будет, значит, до утра. С утра закончу, с Чарликом погуляю, да спать лягу. Что поделаешь?
Короче, к 12 только мы начали. Вы со мной, ну а я никуда не денусь, соответственно, ребят. А чё баба-то не говорит, я не понимаю. Какого хрена она ничего не говорит? It's time to start knocking players out one by one until we're left with the last Heart of the Swarm champion as we wrap the careers of Heart of the Swarm up and move on to Legacy of the Void and to kick off the quarterfinals. We have one of the best Protoss players, but no matter what he does, no matter how much he's achieved, still hasn't left a mark in StarCraft II history. What's it gonna take for him? If he wins BlizzCon, are we gonna hear everyone chant his name? Ladies and gentlemen, please welcome SKT T1! С мобильного донатись. Я вообще не знаю, ребят. Есть ли она сейчас, эта возможность. Может есть, а может нет. Классик идет сюда. And on the other side, don't let his smile fool you. He's got the most adorable smile, but just like that, he's also the most ruthless commander. As soon as he takes his seat, representing CJ Entis, please. Так, еще кто-то на время подписывается. Snake Eyes. А че не хочет разговаривать-то, значит, не понимаю. Дайте-ка зайду в настройки. Люди на премиум подписываются, не слышу ни хрена. Привет, это проверка голосового сообщения. Так, переставил галочки. Не знаю, будет ли говорить, в общем, ребят. Всем спасибо за подписку на премиум, Snake Eyes, Panorama Moscow, Overmax, еще кто-то неизвестный. Спасибо всем за поддержку. Нет, это я ее заставил говорить сейчас. Вот. Ну, что-то она больше ни хрена не говорит. Походу, да, из-за вот этой вот, из-за этих косяков, короче, так и происходит. Короче, Хира то ли с самолета, то ли что, ему тяжело, и вообще ему тяжело. В общем-то, там как-то я все остальное пропустил. Много игроков боятся Хира, говорит классик. Но я-то всегда его наказывал, побеждал. У меня хорошие воспоминания о встречах с ним. Я рад, что с ним в Ру-8 играю. В прошлом году выиграл, думаю, что и в этом выиграю. Вот, собственно, так. И говорит, что я проиграл в прошлом году. Спасибо этому. Хочу пламя. Мщение во мне горит, просто хочу отомстить. А дальше все быстро. Так, Зазор, 100 рублей через плеер на чашку крепкого кофе. Срёни говорит, падла, а? Извиняюсь. Спасибо, Зазор. Может, это и к лучшему, конечно, но мне это не нравится, что она не говорит. That can happen, and it's it's kind of not great for us as observers, but what's really awesome is when it goes 2-2, and it goes that final game, and it's like, all right, who's got the nerves of steel? And both these guys can deliver there. Hero did look quite shaky in the round of 16, while Classic
was just performing he's a monster. Incredibly well. So going into BlizzCon now here at the round of eight, where the pressure is even higher, it might be a little bit hard for Hero to actually, you know, find his literally height. Higher too, because that stage is like 700 feet tall. Ох, короче, ладно. They're climbing inside of Vine. Compared to Seoul, but you might be right about that. But what I do know is that if I ask anyone in the world who are the best Protoss players, instantly Hero comes to mind, right? Parting is probably right up there. They're probably going to mention SOS, you know. Classic is pretty far down that list, but this guy, he's an SSL champion, a GSL champion. He won IM Shenzhen, which, by the way, had Rain and Parting in it, and he beat them both. I mean, and Hero as well, even in that tournament. Yeah. When are we going to stop calling him the Chin Toss and start calling him the Wind Toss? Oh, my goodness. Wow. Never. That, was that on the spot? That was incredible. No, he's been planning that one for like 2 weeks. No. But I've had that one in my back pocket since the beginning of the year. Yeah, so here's the thing. You talked about how so many people underrate Classic. Так, вернулся счетчик, слава богу, народа нас много, я вижу. Classic, me too. Murdered BL, it did not look close. Here, I'm still kind of rooting for Hero. I mean, we've been talking so much about Classic, but what I love so much about Hero is the fact that when you look at his gameplay, я не знаю, как будет запись после предыдущего стоп-старта. Я боюсь стоп-старты делать. Всем спасибо за поддержку за премиума. The Doom, потому что через карту, через Яндекс происходит это все. Вот, там как-то виртуально все это создается, трали-вали, точно тебе не скажу, но это нормально, так и должно быть. Вот. Так, Антох, 10 евро, вижу. Спасибо тебе за поддержку, пока не вырублюсь. Но PayPal, пока не вырублюсь с тобой, давай не вырубайся про поводу премиума. Сейчас или потом, напиши мне, потому что если сейчас не срочно, то лучше потом, так как неудобно. Вот. Trying to go for an all-in, try to find a cheese, or just get a small advantage by taking small risks. You know, really, in Bill's interview before he played against Classic, he said Classic is a dishonorable Protoss. I'm sure every Terran and Zerg out there knows what Bill was trying to say with that. They say that about all of us, though. Well, yeah, they do, but when you look at Bill the Dark Templar, you're immediately dishonorable. Stop it. When you look at Hero and Classic, Hero is the Protoss that you wish you could be, and Classic is actually kind of what you are, right? Like, he's going to take all the abusive strategies, he's going to hit all the timings, and that makes him especially dangerous in Protoss versus Protoss. Wow, I have to agree. Okay, this is a very interesting first map pick from Classic Bridgehead, inspired by the Brood War map Katrina. Give it to Day 9 to force a Brood War reference. Так, достану. Привет, это проверка голосового сообщения. Привет, это проверка голосового сообщения. Короче, эта хрень пока работать не будет, видимо. Ну ладно, ничего страшного, ребят. Раньше жили, не все нормально было. Стишки, конечно, не понаписать. Карты нам показывают. Так, Антох, с тобой надо разобраться. Сейчас с тобой разберусь. Опа, на Яндексе тут что-то, какая-то босяцкая тема. На Яндексе плюс 1000 рублей. Тинькофф Банк, спасибо большое, ребят, очень приятно. Продолжаю. Следить за всем. Киеве тоже теперь нахрен обновлять надо. Ввели деньги. Вот так вот. Спасибо большое. Так, Антохи, время, трали-вали. Как же все тут много всего мне надо сделать. Often you'll prepare something a little special for the first match. Protoss vs. Protoss, such a volatile matchup, so unstable. I mean, what's going to be the first play? And Classic's the build order guy, right? Like, I think we can all agree on that. Hero's kind of the more
obviously he's got prepared builds, but he's kind of like the more performance guy. I would like to see, I don't know, something Stargate based. We saw a lot of Phoenix play. In fact, that was, I can't remember which Protoss it was, but that was their winning move to get into the round of eight. You know, I like, Sean, that you bring up the fact that a lot of times that first match is very important with the chosen builder and everything, and I do want to double underline, highlight, you know, italicize everything. The fact that Classic is on SKT1. This is the championship team. This is the best StarCraft 2 team in the world. And you know what? Heroes on CJ Atis just lost their head coach. Yeah. Coach Park just left this past week. And you can't tell me that's not going to make a big difference here. It could. It absolutely could. They do have another coach here, too, so they're still preparing. But SKT1, this is like, I would say... Так, Антох, держи. Под другой. Потом напомни мне. Вот. Сделаем другой еще потом. Ребят, нас все больше и больше. Счетчик глючит. Рекомендую ничего не обновлять. Я, наверное, даже стоп-старты не буду делать. Ни хрена, потому что какая-то дичь. Вот. Well, I mean, that would throw our schedule for a pretty big game. Yes, as much as I like close StarCraft matches, that metaphor, it almost got there. Okay, so these players have almost 400 on-stage matches together this year. They're some of the most prolific players throughout the entire year. Artosis, you are an expert on predictions. Who is going to pull out the win in this best of five? I truly think Classic is going to take down Hero here. I think it'll be close, but I think Classic's got him. Well, I believe in the end that Hero is actually gonna take it because he's just so solid. Yeah, I changed my mind, you know? You're allowed that. This That's is America. Fine. You can do whatever you want, man. Yeah, so I believe Hero is gonna take it. I know we talked a lot that Classic is gonna take it from my perspective, but really? Понял, Антох. What made you switch though? Yeah, what? Saying Classic. Yeah, yesterday you were just Classic. Yeah. I'm the only Hero guy up here. Well, I believe he's coming here so solid that even if Classic is gonna win game number one or game number two, Hero's just gonna pull it back and realize how he can counter him. Okay. We were talking about preparation, but pulling through a best of five only before. Так, The Doom, Антох, на премиум подписались. Спасибо вам. We kind of watch these players all year long, and I think if this tournament was held in March, Hero would be my guy. Спиритолог. But it's not March. Ну, если смотришь все каналы, конечно, лучше. Classic is playing the better StarCraft right now. Round of 16, he looks. Ладно, и смотришь много стримов, конечно, это выгодно на год общую рать. Но я с этого тоже что-то как бы имею, естественно. Вот. So many have said for so long is the number one most stable, solid Protoss out there. Classic sometimes shows up fourth and fifth on that list. Who's going to be able to pull it off? I'm putting my vote in with Hero. Мистер Голд, привет, Близкон мне как обычно, Близкон нормально, но мне хочется уже, чтобы игры наконец-то начались. Вот, наконец передают слово кастерам. Это Аполло и индиец какой-то. Помню этого индийца. They should be Maynard. These are some of the very best, if not the very best StarCraft 2 players that we have in the world here today, ready to play in California, here in Anaheim at BlizzCon. And this is the start. This is the start to find out who is going to be the champion for 2015. The global finals unfolding right before our very eyes. Game one has begun, guys. Let's get into it. Here on Bridgehead. In the leftmost spawn from CJ Entis, this is Hero! Все, ребят, резко стартанули, ни хрена там у них прикольный экран, я смотрю. Аспирант тут говорит, что чтобы я вам сообщил о том, что очень скоро он сделает нарезочку из моих фраз Близкона, я не знаю, нужно ли это вообще, но будет прикольно, в общем-то, я так понимаю. Вот, так что не пропустите это тоже. Записи постараюсь разрезать. Вроде говорят, что... Буду матчи разрезать, говорят, что теперь стоп-старт нормально будет работать. Так что все будет нормально, ребят, зовите всех сюда. Вот,
Госу 200 рублей через плеер. Привет, Поми, привет, чатик. Красивых нам игр, погнали. Тетка не работает ни хрена, куда-то уехала, походу, да? Пятница, ну... такие они... Вот тебе и за пятятку поставил, да, говорить. Походу, кто-то предложил побольше. Вот такие вот дела. Паш, кибернеточка у Хира, интересная застройка на рампе. У Классика то же самое. За поддержку всех благодарю искренне, ребят. Спасибо большое, очень приятно. Близкон редко бывает. Я с вами до утра, так что стартуем, будет жестко. Будет очень-очень жестко сегодня. Ну, мои прогнозы какие? Я там в ставках на Хира, я говорил, уже впилил. Но это чисто такая проверочная, я бы сказал. Ну, что он может выиграть, как бы Классик всегда его выигрывал. Но я думаю, что когда-то первый раз должен Хира выиграть. Вот, ну, экспресс на противоположных игроков. Посмотрим, какой из меня там эксперт будет. Вот. Yeah, exactly. He sees Бо-8 нигде не стоит, ты не туда смотришь, стоит Бо-5. Вот. Сергей Никитович. Нихрена себе. Сергей Никитович, ты чё, блин, такое? Говоришь, 100 рублей на Сбер, моя жена дура. Что-то у тебя там в пятницу горит. Или, может быть, ты что-то там принял не то. Вот. Не надо так, вот. Потому что ты-то тоже не очень получаешься. Поехали, ребят. Прилетает Мазеркор. Хира начинает Классика напрягать очень жестко. Вот. Вынужден оверчаж был. Классик сейчас запилить. И Хира телепортируется просто домой. И Оракул строится сейчас. When there is not a photon overshot to defend, but what does Hero have to defend? You're absolutely right, just two stalkers here. Пуш пошел от Классика. Это 1-0, ребята. Похоже, что Hero начинает с поражения первую игру. Здесь абсолютно ему ничего не сделать. Три гейт под пуш идет, и кривой контроль от Hero, минус Мазеркор, минус пробки. Сталкера тоже не выдерживают. Сейчас пойдет варп еще трех сталкеров. Оракул слишком рано залетает, там ничего не сделать. Пробки падают, 42-28, ребятки, 1-0. Победа Классика. Оракул нарезает очень жестко сейчас. И это беда. Вот это и ПВП. Сами понимаете, в ПВП бывает все. Классик катает рабочих. Кстати... лимиты резко сравнялись после того, как Оракул после уверчаржа ворвался. Хира здесь с филдами пытается биться, но у него один гейт отключен, к сожалению. И у него один сталкер и две сентри против шести сталкеров, а это не, ну, нереально практически. Да и Классик добычу восстанавливает, потому что Оракул имеет атаку не все время, а только пока энергия есть. И вот он, эта энергия кончилась, собственно говоря, Хира все-таки в итоге... разваливают, судя по всему, рабочих 11 на 17. Да, здесь есть сталкер уже и Мазеркор. Так что ГГ, нужно начинать следующую игру. Defense, and the key unit for defending was always going to be that mothership core,
Так, время у нас 12, очередной подписавшийся на премиум, это Arcadnification, спасибо тебе. Вот, пока не работает баба, и походу и не будет работать, да и хрен с ничего, я все про нее говорю. Вот. Сергей Никитович пишет, но она хорошая, про жену все, еще сказ идет. Вот, ну так не бывает, понимаешь, как бы. Так вот, та, это так не бывает. Если хорошая, значит не дура. Короче, вот так вот. Ну, тебе виднее. Скучаю, да, по голосу этому. Вот. Ну что, прилетел Хиро. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот видно же, что строится сейчас, что два гейта есть. Но оверчардж уже выставлен, и Мазер Кор бы не улетел просто бы. И пешком бы, грубо говоря, своим ходом он тоже бы сюда не прилетел. То есть Хиро, улетев Мазер Кором, уже фактически проиграл эту игру. У него был прокси Старгейт, но три гейт под пуш сталкерами превращается в такой ситуации в полноценный пуш. Почему? Потому что дома ничего нету. Оракула контрит оверчаж, и даже контролить дома не надо под оверчажем. То есть классику оставалось просто контролить 8 сталкерами. Естественно, он ими контролил замечательно. И результат только один, поражение. Даже больше добавлю. Я сам очень много, когда играл в ходс, еще тренировался. То есть 3 гейт пушем, оракула пробивал очень часто. Ну, это нормально. Это нормально. Это на самом деле билд в билд попал. Для PvP, в принципе, это достаточно стандартная ситуация. Вот, ну тут видно, такое у меня ощущение было, что как будто Хиро действительно рассеянно играл. То есть то, что он прилетел вчера только, как он говорил, может сказаться сейчас. Но я надеюсь, что так-то провально все не будет, потому что это, ну, честно говоря, не ахти как-то, по-моему. Так, вот прилететь нелепо и сливаться, начать как бы на самом главном турнире года. Как по мне, это печальная история. Что-то счетчики у нас тоже печалятся. Ну что, вторая игра, Terraform, Hero Classic. Если Hero продолжит играть вот в таком же ключе, с недоконтролями, то я думаю, что здесь очевидно его поражение. Но если он соберется, я думаю, все может. Да нет, Хиро в Лотф не играл. В Корее есть тренера, и там бы только в Лотф они поиграли перед Близконом. Не могли там никто в Лотф играть. Я уверен в этом. Started in Pro League, picking up a couple of wins here and there, and then the next thing you know, he's found a tournament called the Intel Extreme Masters. He's like, all right, let's have a quick look at that and try to qualify for it. And then the next thing you know, he's playing at the Intel Extreme Masters. He won it 3 times, and he's the only player to do so. And then there was a little bit of criticism from Korean fans that, yeah, you can win the Intel Extreme Masters, but can you win a tournament in Korea? And then coming into 2015, he said, yes, I can, actually. And then he took Kasper Cup number one earlier on this year. And then towards the second half, of course, he was able to pick up the victory in Star League Season 3. So 2 Korean titles to his name this year. Likewise, Classic's had a lot of wins himself in Korea. He's been able to win the GSL. He's also won Star League as well. But here comes Hiro with a bit of an earlier scout. And it's not a scout here that you'd be looking to see a pylon inside your opponent's base. It's more so to find out what exactly his opponent's up to. And he's willing to send the probe early to find out what's going on incredibly fast. He cannot risk
Так, шайба, все нормально, конечно же. Ну, перед выходом второго StarCraft'а после первого, это разные вещи, как бы. Вот. Вот. Тут же совсем другая история. Когда тебе нужно играть на турнире, где 100 тысяч долларов, первое место. Я думаю, это немножечко другое все-таки. Другая тема. Вот. Не думаю, что Hero... Ну, хотя, может, там, кто там во что играл, я не знаю. Вот в этот раз лимита у Hero больше, но в этот раз классик играет Stargate, Stargate с мейна. Hero у нас идет пробкой на разведку. Если он сейчас поедет до конца, он может потерять эту пробку. Hero играет в роба. Это значит, что он может, кстати говоря, от Stargate не то чтобы отлететь, но от Stargate могут быть проблемы у Hero, это 100%. Так, прошу прощения, Twitch проверю свой. Yeah, I mean, it's a very safe build, right? The robotics facility offers observers. Yep. Great for any Dark Templar builds if there's come out. He can build immortals eventually for any. Если пробуете good game player, если работает нормально, просьба переходить, конечно же, на GG player. Вот. Написал про счетчик. Скайп. Ну, я думаю, там понемножечку все нормализуется. Просто невероятно много стримов сейчас на Good Game. Нагрузка большая, действительно. Вот. Сергей Никитович на Сбер, кстати, третье, 100 рублей. Пойду за сигаретами. Что-то перенервничал ты. Серег. Ну что, Оракул 3 пробки всего лишь убил. Дэмэджа много получил. Успокойся. Ну лучше не кури. Оракул летает, находит пробку на второй базе Hero. Минус пробка. По лимиту все равно он впереди. И он ставит, что самое интересное, он ставит прокси Старгейт после роба. Это очень странное решение. Классик летает Оракулом, случайно не заметил пока Старгейт. Но это вероятное такое событие. Hero выходит с толкерами вперед, но вот это выходит, что будет пуш вместе с одновременным врывом Оракула. Что из этого выйдет, я не знаю, потому что если классик все поймет, он просто отменит Некс, у него будет все очень даже хорошо. Вот сейчас Hero пытается на рампу зайти, что он делает, для меня просто загадка. Вот это, посмотрите, что он делает-то сейчас. Он просто разваливается под рампой, ну нахрена ты лезешь-то так? И Оракулом классик, и Мортла отжег сейчас, просто что ж ты делаешь, Hero? Вообще провальная игра. Посмотрите, что сотворил классик. Великолепная игра с его стороны. Вместо того, чтобы строить Оракула, Hero строит фениксов. То есть это будет пуш абсолютно очевидно. Пытается продавить, но теряет сам сталкер. Феникс прилетает, но он один. И оверчарж на Нексу сейчас будет выставлен. А, нет, энергии на оверчарж нет, прошу прощения. Значит, нужно Hero обязательно наносить максимальный дэмэдж Нексусу, пока есть здесь юниты. Нужно строить еще фениксов. Hero больше не строит. Он пытается построить Оракула, чтобы пропушить, естественно. Точнее, не пропушить, а прожарить мейн. Вот, что из этого получится, я не знаю. Оракул готов, он уже врывается. И оверчарж можно поставить либо на мейн, либо на вторую базу. Классик срывает пробок, сейчас пытается улететь. Hero зачем-то начинает атаковать. Так, оверчарж выставлен. Hero зачем-то начал атаковать сталкера, но доварпился второй, отогнал. В итоге классик, ну, оборона со стороны классика просто, я бы сказал, великолепная. Почему она великолепна? Да потому что он и пробок успевает спасать, и уверчажи правильные места восстанавливают. Здесь вот врыв Оракула идет.
Феникс прилетает, сбивает Оракула. Хиро разобрался с этим Оракулом. По боевому лимиту очень близко, и как только спадет уверчардж у Классика, Хиро может попытаться еще раз пропушить. И, кстати говоря, Классик уже пытается Нексус отдать, потому что он понимает, что иначе его может Оракул на мейн начать разводить. Ну и одновременно Нексус будет убит. Да, Классик просто отдает Нексус, Хиро это понимает, Нексус забирает. Сейчас Хиро самому нужно спускаться и запиливать Нексус. Но я не понимаю сейчас, почему Классик элементарно не мог сейчас сплетануть сталкеров и не отбить второй Нексус, ведь у него зелков миллиард там был. Просто, ну вот... Не то, чтобы это было очевидным и простым решением, но нужно было пытаться, я считаю, так. Хотя, посмотрите, Классик спускается на Нексус раньше, чем свой оппонент. У него больше пробок. Да, у Хиро больше боевого лимита, но этот боевой лимит ничего не значит, учитывая экономику, учитывая то, что у Хиро Нексус позже. Вот, посмотрите, он пришел, и зачем Хиро сейчас отступил настолько далеко, тоже для меня непонятно лично. Очень странное решение. Классик пытается найти прокси Старгейт, пока не найти. Если сейчас так дальше пойдет, то Хиро вообще дико отстанет. Смотрите, 30 пробок классиков, 24 Хиро. Он вообще все великолепно делает. Хиро делает тут вот реально полный бред сейчас. Посмотрите, он строит Нексус, он не строит рабочих, он строит нахренам-то Иммортала. Ну понятно, боевой лимит тоже нужен, но ты же отступил. Ты все делал для того, чтобы... пытаться экономикой обогнать, но в итоге он и Нексус позже запилил, и рабочих не имеет. То есть, если ты готовился отступить от чужой рампы, уйти, отпустить, то есть, убив Нексус свой поставить раньше, то нужно было сразу же пробок начинать строить, просто, что называется, по КД и пытаться обогнать. А сейчас у Классика на 10 рабочих больше, то есть, только контратака ему может помочь. Если Хиро вынужден будет сейчас идти в контратаку, чтобы за эту игру попытаться зацепиться нормально и что-то сделать. Иначе это ГГ абсолютно очевидное по экономике. Так, очень интересно. Зазорк, 800 рублей через плеер. Пускай Имба победит в этом матче. Спасибо тебе большое, Зазорк. Твой юмор понимаю, но... какая имба здесь рабочих на 10 меньше? Хиро видел Твайлайт, да, абсолютно точно. И то есть действие его понять можно, согласен. В Твайлайте делался блинк. Если ты, если оппонент после отдачи Нексуса попытается заулынить на сталкерах, ты просто не уйдешь оттуда. Ну вот как-то так Хиро без зуба отступил, что он просто не понял, что юнитов-то у него больше там намного просто. Вот, если бы он подольше постоял, может Классик бы хоть пробок столько не настроил, но там было бы опасность блинком быть уничтоженным, да, но Мазеркор был дома, то есть телепорта не было, но ведь всегда есть возможность попытаться Оракулом развести. Ну тоже тяжело. Короче, Хиро какая-то еще хрень с компом, чувствую здесь Хиро нереально, ну тяжеловато будет победить в этом матче. Подошел техник какой-то, помогает Хиро. Прилетает Оракул от Классика, забирает три пробки еще в легкую. Мало того, что и так по рабочим. А, нет, это повтор, ребят, прошу прощения. Я уже начал комментировать, а это повтор идет. А я думал, это уже новый эпизод. Так, вот это вот, посмотрите. Вот это действие тоже от Хиро. Но это, я не знаю, это как... это как в... в бете, я не знаю, Вола. Просто ты идешь на рампу всеми своими юнитами на сентрей. Да как можно туда зайти-то вообще на таком уровне? Конечно же, ты никуда не зайдешь. Хиро сразу же потерял двух сталкеров, а пока он этих двух сталкеров терял, Классик Оракулом еще и Мортала ему расконтролил. То есть провал по всем фронтам это называется. Вот так вот. Спасибо, Зазорк, еще раз. Спасибо всем за поддержку. Очень приятно, ребят. Не знаю, сколько у вас сейчас. Счетчик косящит. Много косяков сейчас на Good Game. Вот.
so he's not gonna be feeling too good. The observer comes from Classic here to block out. Ну что, сбивает классика обсервера Хира. Пуля Миту, несмотря на это, Хира больше, кстати говоря, и по пробкам он нагнал. Ну вот единственное, что в Ходсе, Ходса-то не лутов, здесь рабочие гораздо быстрее строятся. Единственное, что за счет преимущества по боевому лимиту можно, в принципе, чувствовать себя спокойно и строить одних пробок. То есть и Хира уже почти нагнал по рабочим. Но, тем не менее, по лимиту-то классик вперед все равно вырывается. Ну что, третий Нексус от классика. Хира тоже ставит третий Нексус. Судя по всему, игра эта будет не такой быстрой, как предыдущий. Да, она уже длиннее раза в два, чем предыдущая. Вот. Как минимум. Но обратите внимание на классика. У него плюс 2 раньше, во-первых. У него технологии твайлайтовые раньше, то есть у него есть и твайлайт, так как плюс 2 уже делается, у него Нексус раньше намного, и у него архивы темпларов, то есть он возможно, словит тайминг какой-то пуша с чаржа архонами. Я не знаю, будет ли он пытаться, правда, это сделать, пуш, пытаться словить тайминг этого пуша. Не знаю, ребят, посмотрим. When his plus two attack completes, he's four zealots, two templar, four an archon. He stopped worker production. Ну, правда, классик не слишком не пытается слишком быстро раскачать третью базу. В этот раз Хира подстроил рабочих по третьей немножечко. Вот. О, нифига себе, спиритулок. Респект тебе. 1000 пикоинов просто прилетает на СК2 ТВ. Врываемся в топ, тесним унылых. Абсолютно согласен с тобой. Поддерживаю. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Будет сегодня весело. По-любому, да и энергии у меня больше, как бы я выспался замечательно сегодня. Зарядился и на кафедре географии в институте нашем Псковском государственном сегодня, где я учился, так как ей 55 лет, я днем туда сходил. Прикольно, даже пару слов сказал. Спасибо, что таких придурков, как я, учили. Вот. Так что будет весело. До конца стриминг. Четверть финала уже у нас. Очень жесткие игры. Первое PvP Кира против классика. Также у нас еще одно PvP есть. Есть ТВЗ. И есть ЗВЗ еще. Так что вот так вот, ребятки. Конечно, узнали. Меня там надолго запомнят. Я с институтом судился. Было дело. Ну ладно, это другая история. 170 классика, 134 хира. Вот. Я думаю, завтра примерно как сегодня игры начнутся. Ну что, 184-138. Судя по лимиту, Хира не сможет отбить варп неудачный. Он не знает положение юнитов оппонента своего. Приходит классик, Хира его прогоняет. Классик просто не понимает, что Хира здесь очень мало, что ли. Посмотрите, классик не понимает этого. Хира пытается поймать классика, но классик за это ловит просто Хира на варпе из призмы сейчас. И мортлами Хира пытается пофокусить сталкеров, но классик уходит сейчас. Хорошо, что я не понимаю, есть ли чарж, Хира пытается пробить камни, но в это время классик приходит на третью. Хира, что ты творишь? Он сам себя развел сейчас просто нелепо как-то. Классик пытается Нексус фокуснуть и уйти на телепорте, но Хира, кстати, ему за это наубивал очень много юнитов. Ой, ее сейчас Мазеркор бы фокуснул бы. Посмотрите, Хира лишился Нексуса, но классик лишился почти всего боевого лимита. Ну что, классик пытается харасить призмой.
Блуждающие Immortal со сталкерами обошли вот так вот через верх. Они просто по карте блудят все. Гоняет их классик. Но вот сейчас, если Hero успеет сделать плюс 3, если третий Nexus восстановит, у него есть шанс. Но классик уже перестраховывается, он переходит уже в более технологии серьезные. То есть он переходит сейчас в темпестов. И ничего не сможет с этим Hero поделать, потому что только он от обороны сейчас может играть. Хотя лимиты, обратите внимание, то есть все наломы эти от классика были в минус реально. Несмотря на то, что Hero делал какую-то хрень, классик тоже, ну, слишком много ресурсов потратил на фокус Нексуса. Он лимита, наверное, до 20-ку слил где-то на этом, а по стоимости вообще больше намного. Ну что, но зато Hero не знает, что там по 3 темпеста уже строится. А если и знает, то навряд ли чем-то помешает им. Мне кажется, что навряд ли он знает. We aren't that good at Protoss, Apollo. We just can't make this decision. Hero's gonna have to make it for all of us here today. There's a, just a little hit squad here. Blinkstalker's picking away a very expensive unit there. Just small little things like that. Ну что, пытается сталкерами развести сейчас классик Hero. У него пока ничего не выходит. Из положительных моментов для Hero он продолжает делать грейды с одной фаже. Он делает первый армор. Классик же уже не делает больше грейдов, но он полностью сейчас свич темпестов делает. У него сейчас штук 6 будет. У классика 4-й Nexus. Ну, у классика уже микс апгрейдился. У Hero же нет. Я не знаю, чем он собирается бороться против всех этих темпестов. Боюсь, что только видимость того, что здесь у Hero что-то есть, шансы какие-то по лимиту, да, но по технологиям у Hero все, ну, очень печально. И вот эти архоны навряд ли тоже в больших количествах его спасут. Давар взял куф от Hero, идет попытка фокуснуть 4-й Nexus, но Hero фокуснул пилон зелками, ну, блин, тут зелков много классика. Они разводят Hero. Hero пытается забегание на мейн делать одновременно, заходя на 6 часов основной армии. Классик все это сейчас спалит прекрасно. Куда он денется? Будет ли он телепорт делать на вниз? Нет, телепорт не делает. И забегание зелков, кстати, может сейчас катить. Хороший момент. Телепорт классик сделал. Посмотрите, Hero видит телепорт. Уходи, что Hero, куда ты попер, ты, ё-моё? Я бы на месте Hero даже телепортик домой бы сделал. Зелки, потому что на второй базе хоть какой-то дэмэдж да нанести смогут. Hero нет. Hero решил уйти так, на муве. Видит он, что темпестов уже действительно много, только здесь 3, а там еще и в основной армии темпесты есть. Hero пытается занять сейчас золото, и посмотрите, что делает Hero. Hero плюс 2 старгейта добавляет и пытается сделать свич грелок. Но как грелки, они эффективны когда? Когда темпестов, я не знаю, там, ну, до 10 штук. Когда их становится 20 и более, грелки против них тоже неэффективно становятся, потому что можно кайтить тогда этими темпестами, и грелки разваливаются просто на ура там. Но Hero сейчас очень правильную политику ведет, то есть он прекрасно понимает, что в лоб ему нафиг не надо драться. Он пытается разводить, вот здесь вот какой-то new level PvP просто пошло со сплитами армии на две стороны, и сейчас Hero очень неплохо забегание классика принимает, то есть он читает игру сейчас очень неплохо, но поздновато как-то это все пошло. Золото вроде как добывать начал, с Мазеркором стоит рядом со второй базой классика, классик гуляет по карте. Если сейчас Hero обнаружит, что классик находится около своего золота, вот тут того-то он обнаружил сейчас, все, нужно сразу же на вторую стартовать основной армии. Hero очень долго думал, но все-таки стартовал, молодец. Нужно заходить, классик вынужден будет сейчас телепорт делать домой, иначе он просто развалится. Приходит Hero, начинает Nexus подрезать, будет ли классик делать ТП или он будет в размен уже играть, я не знаю. Так, классик темпестами летит к Hero на золото, Hero фокуснул базу, телепортнулся на третью. Нужен давар сталкеров, развел своего оппонента очень неплохо, но как драться вот с этим миксом, непонятно абсолютно. На четвертую базу очередной развод приходит. Та группа, которая принимала забегание, очень неплохо врывается на четвертую. Классик делает телепорт. Ее защищать Hero не отводит ни хрена. Здесь сразу же все теряет. Ну, ё-моё, отвести-то можно было попытаться. Но количество грелок нарастает. Плюс
Сейчас дарки начнут решать. Куда грелки-то полетели? Блин, ну там темпестов уже очень много. Там грейды, вторая атака на воздух. Не очень приятные грейды. Ну, слушайте, Хиро сейчас криво гуляет по карте, нарывается на темпестов классика, просто на ровном месте. Сразу же минус колосс. Что Хиро делает, я не понимаю. Колоссов у него действительно много. Грелки, с кем дерутся, Хиро? Как ужасно, убого дерется. Ну что ж ты, Хиро, делаешь? Ну, ё-моё, темпесты, ой, грелки под архонами. Позиция просто... Ну, это сонный стиль, это домой, ё-моё, это, ну, я не знаю, ну, так не победить. Разводил, разводил и так ужасно подрался, ну, как же так? Артанис действительно за голову берется просто в этой ситуации. As we've already mentioned once today, defeated Hero in the quarterfinals at this very stage of the tournament last year at the global finals here at BlizzCon. He then went on to meet Hero again in the Intel Extreme Masters semi-finals in Shenzhen during the summer of this year, where he defeated him for the second time. And then they even met in the round of 16 of GSL, where Classic defeated him for the third time in 12 months. And this is now an exact rematch from that game they played 12 months ago. Закончилась победа и классика, ребят, извините за лаги, но тут я реально не при делах. One thing that all those series has had in common, the classic one, were that they were very, very close. Can Hero... Хиро имеет отличный контроль, но последняя битва и контроль вообще здесь были ни при чем. Там как ни контроль, позиция была провальная, и это, ну, это было ГГ. Хиро драться вот именно в такой позиции. Ему нужно отступить было. В какой ситуации он мог победить? Когда, представьте, все, что должно было контрить темпестов, вообще с ними даже не дралось, оно развалилось до битвы. То есть если бы грелки начали драться, пусть с первым залпом темпестов, вот. Но именно с темпестами. Тогда бы было бы нормально возможностью. Но грелки под архонами стояли, получали сплэш просто. Темпесты абсолютно спокойно расстреливали колоссов. Плюс залп они первые сделали с колоссами. Против, по колоссам. То есть там все обстоятельства, все против Хиро были. Вот здесь вот, посмотрите. Вот нахрена сейчас Нексус фокусить тоже классику? Видно, что больше его во много раз, но вот он Нексус фокусил, отдал много юнитов. Тут много странностей. Видно, что игроки пытаются играть максимально сейфово, их можно понять. На кону турнир самый главный в году, так что нельзя про них говорить, как бы. Что вот, битва. Посмотрите, как у Бога стояли грелки, и как... И они вообще с архонами дрались, он даже не пытался темпесты фокуснуть. Ну так. Печаль, беда, уныние, Хиро раз... Темпест. Фу, Темпест. Классик разваливает Хиро, и это очень печально. You know, every single StarCraft fan worldwide at the start of the year, if not as soon as the old BlizzCon finishes, it's the road to BlizzCon. And that's what we always look forward to, and it's happy, we're all happy to be here at the Global Finals. Ну, все решило, конечно, вот то отступление Хиро в начале он отдал. То есть, вроде как он все правильно делал, но потом инициативу все равно он слил свою. Вот. Так что как-то так. That is what it's all about here. Yep. Being the world champion, and you were talking a little bit about Classic's obscurity.
Честно говоря, мне казалось, что Хиро вот, в плане прогнозов, мне казалось, что Хиро лучше отыграет, чем сейчас. Вот. Но ничего не поделаешь. Да, чуть на улице там взрывают, стреляют. Ну, мы смотрим близко, все нормально. Так, тут на премиум еще, судя по всему, подписался. Дезда, спасибо тебе. Или Дезда, не знаю. Ждем третью игру, небольшая пауза, потому что Хиро может прямо проиграть скоро. И, естественно, поэтому немножечко притормозят лошадей. Спешить там некуда. As you may notice, life couldn't quite pick it up last year, but this year we're making it nerd friendly, yes. So that they can pick it up. If you're a skinny nerd that doesn't really lift, but you're amazing on ladder, that trophy is just right for you. It's just right for you. So Classic did pop to the bathroom. He is back inside his booth now, as I can see behind me. So we will get game number three underway in a second. It's actually funny enough, even though it was Classic who stepped away from his computer, it's Hiro who still is not in the game lobby. And that already tells me that he's thinking, he's talking with his coach, and yeah, he has to, as you said, reset everything. He's got to calm down. Ну что, я надеюсь, Хиро собрался. Просто не то, что мне я прямо там как-то за какие-то вот эти прогнозы свои переживаю. Ну, то есть, вообще ставки, ну, не рекомендую делать никому. Ну, кто и делает это, там уже обычно не остановить, да, как бы. Вот. Но у меня там фаново просто. То есть я пытался предсказать, кто, по моему мнению, может что-то сделать. Вот. Но я думал, что Hero Classic 50 на 50 по играм вот так вот не выглядит пока. Так что ждем третью игру и надеемся на хоть карту престижа, я не знаю, Hero возьмет. Здорово, Ферум. Да, пацаны, вам предупреждение. Хорош там уже гореть. Что-то вы с перебором там. Здорово всем, кто с кем не здоровался, кто недавно пришел. Количество людей на стриме оценить не тяжело, потому что... Счетчик работает очень криво. Думаю, что все возможно, камбэк возможно. Казино, не казино. Все равно аккуратнее нужно быть, да, как бы, с этим делом. Что я смотрю, у многих просто болезнь какая-то, что это должно их привести прям к успеху, непременно просто. Ну а приводит, сами знаете, куда. Туда, где СНГ StarCraft в последнее время обитал. Будем надеяться, что будет подниматься с колен. Ну а пока близко. Так, успокойтесь, ребята, прошу еще раз успокоиться. Ну все, Бзик разбушевался. Зря вы так, ребятки. Блин, Исаак Зе Кэт открыл мне глаза.
Хира не тащит, потому что тренер-массажер, который любил обнимать всех, вы помните его, ушел недавно из CJ. Вот оно что. Главное, чтобы там не было у них с Хира, как говорил Тайкуст, того этого. Ой-ой-ой, рукой по столу ударил. Херню гаражу, короче, все, пора завязывать. Вот. This is the chance now for Classic 2 to throw something down if he wanted to. It would be a little bit late and also a little bit predictable. Ну что, Classic на... Точнее, Хира едет на разведку. Yeah, we didn't go directly home, so we'll see what that probe is up to. But Hero, he is a man who lacks his blink upgrade at Apollo, and he is dropping that Twilight Council. А, это Classic вообще едет. Он разведал Хира и куда-то сейчас поехал. Своя пробка. У Хира Twilight очень ранний, кстати говоря. И, возможно, это будет даже Dark Shrine, потому что Classic сейчас ставит плюс 2 гейта. Classic, похоже, рассчитывает на то, что Хира собирается выходить, опять же, в Stargate. Он хочет повторить первую игру, он хочет быструю игру сделать. Хира видит, что сталкеров достаточно много. У Хира пошел блинк. Ну, блин, блинк-то можно продавить тремя гейтами. Почему не дарки, я не знаю. По-моему, идеально вкать. Хотя не робо ставит тоже. Пытается Хира прокуснуть пробку, ни хрена не получается. И сейчас еще хп сталкером потеряет за это много. Сколько хп, покажите нам у сталкера. Мазеркор, Хира залетает. Опять Хира ведет Мазеркор. Да там уверчаш нужен, чтобы блинк доделался. Ребят, там же как без уверчажа-то быть? Хотя тайминг блинка в принципе неплохой, но пуш пойдет гораздо раньше, чем этот блинк будет готов. Вот эту пробку опять Хира выводит, еще одну пробку очередную терять. Куда ты их ведешь? Что у тебя там, я не знаю. Вагон, что ли, пробок этих? Да, фабрика есть, но прилетает Хира, видит три гейта, ТП домой надо делать. Что он и делает. Все, оверчаш в итоге отсутствует. Успеет ли блинк доделаться? Да, успеет, потому что Classic передумал пушить. А почему он передумал пушить сейчас? Я не знаю, ребят, почему передумал. Что послужило для этого? Видимо, то, что Хира убил первую пробку и потом практически убил вторую. То есть Classic, возможно, подумал, что Хира прочитал его план. И передумал. Плюс у него было робо. Ну, в итоге Хира имеет хорошее положение в этой игре. Несмотря на то, что по-рабочему он отстает, у него сейчас будет блин, то есть он может себя в безопасности чувствовать. Ну, как ты видишь, дарки бы не зашли бы в этой игре, точно. Так что получается, ну вот, можно планировать, предугадывать все что угодно заранее, но так называемые mind games, игры разума здесь идут, и игроки стараются действовать непредсказуемо. И в итоге получается, что то, что вроде бы, казалось бы, сработало, то есть это... Этого не делают игры. Почему? Потому что это прямолинейно. Хотят не прямолинейно играть, а как-то, чтобы, ну, как можно больше унести... непоняток каких-то, я не знаю. Свой билд, свою игру. Чтобы была она нечитаема. Ну что, Nexus у Хира готов, рабочий переводится. У классика Nexus позже. Здесь блинком Оракула Хира убивает. Ну вот в этот раз можно, можно получать преимущество. Но посмотрите, опять же, вот, как классик грамотно именно добавляет пробок с мейна. Вот за это респект. Тут всегда как бы... Всегда вот смотрю, кто так делает. Редкие игроки так делают. Здесь пилон, кстати, Хира, причем видел, что пилон его иллюзия спалила. Не знаю, почему не отменил. Классик его моментально выбивает. По рабам ситуация равная сейчас. Ну, как минимум ситуация лучше, чем в первых двух играх у Хира. Вот, что будет дальше, увидим. То есть, вроде как и оракулов никаких... У классика нет, которыми он может просто прилететь сейчас рабочих, но убивать. Так что у Хира есть шанс в этой игре, но, опять же повторюсь, великолепно классик добавляет пробок с мейна. Ну, я сказал Оракул, понятно, что это была иллюзия. Вот. Я там не договорил просто. В голове. Это говорил у себя только я. Вот, конечно же, это иллюзия была.
Ну, Хиро ее избил сразу. Know what your opponent's up to, and if you do, it makes decisions so much easier. You can say that from ground level up to the highest and the best pro gamer in the world. And right now, Classic has spotted that third base. Good scout from him. Hero can use Fuhuse Phoenix of his own, which he's got just one escaping there, which saw the third next. Это не значит, что надеешься ты на контроль, если пробок не строишь. Это может быть билдом проблема или что-то, ну то есть понимание оппонента такое. То есть Classic просто знает досконально, что делать, он знает, в какой ситуации можно, в какой нет. У Хиро по-другому все отточено немного. То есть это вопрос подготовки, тренировки, с кем тренируешься. У Хиро кто там? У Искателя Ком, кто там еще? Протос вообще, кроме Классика. Я еще это забыл. Ну ладно, не буду сейчас ковыряться, смотреть. У Хиро трэп, по-моему, в CJ. Да они могут и с другими игроками играть сейчас. То есть вопрос с кем. То, чтобы подготовиться к классику, я думаю, идеально, ну не по билдам, по стилю, идеально Зест подходит, например. Чтобы подготовиться к Хиро, нужно... Не знаю. Даже не знаю, с кем играть. У Хиро такой аркадный стиль необычный. На, ну, парсинг чем-то может на него похож, но когда он в форме в хорошей. А, трэп Джинэр, точно. Джинэр это... А, Сос, трэп, точно. А кто там у Хиро, это я забыл. Короче, тоже забыл. Не суть. He's going to go to 8 gateways, so imagine 8 zealots being warped in, and maybe a second round, he could destroy this nexus. A quick poke here from Hero. Yeah, just with 4 stalkers, not a nexus killing amount of stalkers, but they do cause Classic to move his army. Ну что, минус пилон, Hero убивает пилон Классику. Корабам, посмотрите, вот, все раньше, вот как, все раньше у Hero, второй нексус раньше, третий раньше, пробок меньше, ну вот, блин. Нужно уметь. Сос вообще у него стиль уникальный, как бы такой. Ну, по крайней мере, в PvP это, конечно, тяжело уникально иметь, но в других матчапах, да, у него он такой, не на, на всех не похожий, я бы сказал. Вейл Гризли в зал, ты имеешь в виду туда, на Близкон в зал. Билеты продаются туда, зрители попадают. Деньги Blizzard со всего делает, и с этого в том числе. Фотонок у Классика нигде нету, вот это, мне кажется, может быть косяком. Призма у Хиро тут прямо рядом с Классиком, вне виженная его, хотя все рядом висит. И как-то опасно она разложена там у Хиро, он ждет Даркшайна, видимо. Но Классик сверхтайминговые какие-то супер четкие фотонки ставит, так что они идеально к Даркам будут готовы. Что в итоге из этого будет непонятно, у Классика готов чаш, вижу, что Хиро выдвигается в центр, то есть он хочет проатаковать. Хаш 40 раз. Ну вот хаш 40 раз, я думаю, что Хиро с ними 100% играл, потому что не у тиммейта, но я уверен, что для подготовки к такому уровню игры мы Классику нужен ему посерьезнее оппонент, был, типа Зеста, я не знаю, или кого-то такого, вот, может быть. Может быть, Хиро с ними и тренится. Приходит Хиро, минус пилон, Классик видит Хиро, Хиро отступает. Призма пытается прорваться. Куда она? Со странного направления она реально пытается прорваться. Ко второму нексусу прорывается Хиро. Но что он может здесь сделать? Скажите мне, он ничего там сделать не может. Вы знаете, как, вот как он хотел сейчас развести? Для меня просто загадка. То есть... Он около второго Никса и армии находится, и там же призма летает. Ну, облетит и на мейн там как-нибудь. Не знаю, там фотонки есть, но хоть там шанс какой-то развестись. Четвертый Никс устроит Хиро. Делает свич уже в воздух. Два старгейта добавляет сейчас. То есть это будет темпесты, выходит оба в самый лейт ПВП. Классик, вижу, начал какие-то движения сейчас. Хиро очень опасно ходит частью армии, небольшой причем. Это может боком ему выйти, если Классик его подловит. Но если Хиро подловит Классика, то тоже хорошо может быть. Но у Классика все здесь контролится обсервером. Причем он сейчас его выбрал. И иллюзия со странного направления летел. Можно это прочитать было. Джек 12.07, здорово. Есть записи, смотри, сейчас не до этого, сейчас новые игры. Пришел Хиро,
Неудачный налом, телепорт домой, лимит 186, классика на 161 хира. Опять же, короче говоря, слив непонятный. 4 дарка на мэне, пытается хира Роба фокуснуть. Роба он фокусит максимально быстро, я бы сказал моментально. Фокусит архивы темпларов. Призму сбивает сейчас иллюзия, возвращается классик домой. Фаржу бы фокуснуть, да какой Руба бы, фаржа важнее, там третий грей делается. Фаржу, Хира, пожалуйста, попытайся ее фокуснуть. Пытается фокуснуть фаржу и, возможно, даже успеет фокуснуть ее. Вот это было царски. Все технологии сбил. И четвертый Нексус Хира сейчас сбивает. Вот в этом плане узнаю Хира. Несмотря на то, что 4 невероятно дорогих юнитов были слиты, они выполнили свои функции. И сейчас классик, судя по всему, и Нексус-то четвертый не отменил. 400 минералов потерял. Короче, вот этот харас от Хира был выгодным. И сейчас ситуация ровно противоположная предыдущей игре складывается, когда классик просто безнаказанно абсолютно мог выходить темпестов. Сейчас Хира выходит также в темпестов безнаказанно. Классик ничего не может с этим поделать, он может поломиться вперед, да, у него больше лимита, но пока он сюда идет, и темпесты появятся, и Хира, да, 200 лимит, я думаю, успеет догнать. Хотя, вот, смотрите, призма на вторую прилетает, фотонка не в минеральной линии, как-то она сбоку стоит. И вот сейчас бы не развел бы классик Хира. Таракул здесь пролетает, ревелейшн на зелков, но классик заходит с другой стороны, призму отогнал, темпесты в вишучке есть. Колоссы приходят, как классик в наглую ломится. Но посмотрите, сколько зелков от классика пытаются прийти на 3 часа. Хира великолепно прогоняет колоссов, всех продемеджил в мясо просто. Нужно разворачиваться, нужно что-то с этими зелками делать. Здесь готовы невидимые воины протосов, Шакуроса. Еретики, дарки, начинают всех резать. Хала не поможет этим зелкам, ни хрена. Потому что они ничего не видят, хоть там они что там друг с другом смогут переговариваться. Зелков всех отдает классик. В итоге 185 хира, 159 классика. Эту игру он должен брать. Обязан, я бы сказал, он эту игру брать. Это компания просто, сами понимаете, влияние свое оказывает. Разбираемся мы понемножечку, что там в компании, ну... Завтра продолжение ходца будет перед Близконом, не пропустите, будет интересно. Здорово, Тигра, всем привет, ребят, народа нас много. Фокуснул сейчас Хиром, точнее классик Мазеркор Хира фокуснул. Четвертый Нексус каким-то чудом занял, но 169-200 по лимиту проседает. Хира нужно обязательно додавливать, отпустить сейчас, значит дать шанс классику сравнять ситуацию, вывести в ровную. Темпесты с темпестами дерутся, но у классика темпестов не меньше, чем у Хира. Позицию у Хира, я бы сказал, так себе. Пилон как-то поздно добавляется до варпа, поэтому пока не идет. И Хира разваливается, что ли? Ну, ё-моё, до варп зелков. Пока Хира не развалился, но ничего хорошего в битве не происходило. Но сейчас по землю сметает за счет зелков, которые танкуют. Но по воздуху-то... классик побеждает. Нужно срочно давар сталкеров. Здесь темпесты все новые и новые выходят. Хира пытается улететь. Куда ты здесь уже улетишь? Никуда не уйдешь отсюда уже темпестами своими. Что же происходит-то такое с Хира? Повел куда-то дарков, а куда они могут деться отсюда? Феникс провожает темпест. Смотрите, такой большой корабль просто. Он стреляет и стреляет в него. Одна фотонка всего на четвертой базе у классика. Можно попытаться было порваться дарками. На этой базе две фотонки, бессмысленно врываться. Разведывать данных у Хира недостаточно, чтобы правильно ситуацию оценить, куда дарками врываться. Короче говоря, печалишка какая-то происходит, просто полная. Классик выдержал. Это круто. And the game stabilizing at this moment. You look at a lot of the numbers here. Very similar between the both. Yeah, Hero's gonna try and make things a little bit easier for him by getting those air upgrades up for his team. Ну что, 157 классика, 150 Hero. Вот называется, как взять и слить 200 лимитов 170. Поломился, темпестов мало, классик темпестами умудрился перемасить. То есть он с трех гейтов, стар гейтов их строил, Hero с двух. Вот вам и беда. Couple of explosive moves, obviously started up by Hero. He looked to finish the deal there,
Ну, Хиро делает секретное оружие бросов. Это мазершип. Копью Адуна ему не да. А, и здесь то же самое. А о чем я говорю? Здесь абсолютно то же самое. Нужно сейчас смотреть на грейды. Классик еще и пятый Нексус раньше пишет, чем Хиро ставит. Это, кстати, странно. Ему почему он раньше ставит? Здесь пытаются зелки выбить пилоны, они выбьют пилоны, а в сервер прям рядом. Дарк этот ошибся, что вот так вот зелка одного наказал, втроем другие зелки распилили этого дарка моментально. Темпестов у классика уже гигантское какое-то количество стало. У Хиро, правда, второй грейд на воздушной атаке делается. Но вот сейчас битва армат будет протосовских, битва воздуха. Быстро эта игра точно не кончится. Хиро очень сильно не хочет слить это на руку, пришло 0-2 проигрывать. Естественно, это на руку классику играет тем, что он может подхалявить в каком-то моменте, нагнать, что он и делает. Ну что, 198 классик, 180 Хиро. Зилков вот при выходе в такие лимиты, в такие технологии Зилков нужно всех сливать. Ну, желательно, конечно, их слить так, чтобы они хоть что-то убили. Потому что они лимит занимают на такой стадии фактически. Все, они больше ничего полезного не делают. Естественно, игроки их в итоге отдают. Хиро делает поля грейд. Почему поля? Очевидно, потому что этот грейд распространяется на... Не только и на юниты воздушные, наземные, но и на здания. А у Хиро, он, конечно, не для зданий их делает, а для того, чтобы и воздух с полями был, и наземные юниты. Тем более, при таких миксах архоны тоже очень важны, они танкуют очень неплохо. Плюс, если они до темпестов доходят, они тоже их разбирают. Вот, но не всегда это получается. Ну и вот грейды, посмотрите, классик делает армор наземный, классик вторую атаку делает воздушную, у Хиро она уже давным-давно есть, и классик аж вторую кибернетку заказывает. Вот как он на грейды сейчас ставочку делает, и правильное решение это, потому что грейды сейчас решают, особенно воздушные. Тут, скорее всего, если игра еще больше затянется, земля вообще полностью будет разменена, и будет чистый воздух на воздух драться, но это мы сейчас чуть позже увидим. Здесь у нас зилки пытались пройти, их Дарк встретил, остановил. Бусты идут в две кибернетки от классика, великолепно просто. Вот. По грейдам у него все происходит, еще бы фаржи бы две бы, чтобы было бы. Ну тут кто раньше грейды сделает, тот и царь будет. Боевого лимита у классика больше, Хиро сливает сталкеров, это слив естественно... осознанный, потому что уже и сталкеры здесь в этом миксе не ахти. Так, здесь Феникс поднял зилка, но убить не получится. Здесь три зилка Хиро кусят газ. Ну, газ убьют. Фига они там летают, как бабка-ёшка на метле просто. Ведьма какая-то, не знаю, зилки. Чернокнижники, блин. Ну что, здесь тоже два зилка на фотонке наламываются. Хиро пытается выходить классику. Кстати, что интересно, Хиро делает, так это он фотоночком застроечки еще делают. У Хиро вот сейчас что я вижу, ребята, обратите внимание. 21 Темпест Хиро на 12 классика. Хиро полностью колосса всех на воздух заменил. Поэтому он будет побеждать, так как... хороший фокус Оракула со стороны классика. Не получилось кинуть Ревелейшн. Это проблема. Нужно нового выводить Оракула сюда кидать. Пока классик столько темпестов не настроил, тоже нужно пытаться Хиро добавлять. Обсервер минус. Второй, не знаю, минус или нет. Классик строит очередной Нексус. Фокус Апса. Хиро раньше классика успевает фокусить. Ревелейшн на зданиях стоит. Нужно пытаться здание забирать. Я думаю, понимает классик, что слишком много темпестов у оппонента. Отключены фотонки. Сейчас классик выводит пробок. Но это на боевой лимит. Размен, естественно, архончики вперед выходят. Классик за это обсервера Хиро фокусить нужно вывести вперед. У Хиро, между прочим, есть чудодейственная сентря.
Хиро понимает рецепт армады, что Сентрия очень важна на такой стадии. А вы все это прекрасно знаете, потому что мои стримы смотрели. Там армада зергами обычно была. Вот. Вот как-то так. Дарки Хиро минусуют Нексус. Четвертый классика. Нужно фотонки убивать, все нужно сбивать. Хиро приходит, опять же, на 6 часов. Классик добавляет темпистов. 3-2 на воздух. У классика 2 фаржи, 2 кибернетки работают. Обратите внимание, грейдов просто масс. Пробки Хиро, Старгейт, пилят, сейчас еще запилят, ё-моё. Откуда они там взялись? Здесь Дарки Нексус ликвидируют абсолютно точно. Вот классику нужно обязательно сейчас воздух колоссов как-то заменить на воздух. Я не знаю, как, правда, это сделать безболезненно. То есть, если ты поведешь их в атаку, их спалят, убьют, как бы, и ничего не поделаешь с этим. И Хиро ломанется вперед. То есть, нужно, наверное, самому даже убивать желательно. Здесь нас Дарки нарезают еще со стороны Хиро. Здания, которые криво стоят. Очень жесткое. Замес идет. Кстати, ребят, просьба тех, кто на Твиче, тестировать Good Game Player, вот, работает ли он. Потому что если он работает, переходите туда. Твич вообще может в любой момент пропасть, как бы. Так что, дело такое. Всем за это спасибо. Надо что-то там много, 200 человек скопилось. Так, фокуснул сейчас Хиро еще зилками Флит Бикон. Так, ну что, Нексус можно дофокусить сейчас. А обсерверов у классика уже 5 штук, это жесть какая-то. Здесь все больше и больше фотонок, зилков до варпы тут небольшие. Хиро просто в наглую, посмотрите, Хиро варпит зилков в наглую под вторую базу классика. Ну, это слишком нагло как-то получается. Ну что, боезапас ресурсов очень большой там и там. Все, по... Ну, посмотрите, доходился Хиро, потерял все преимущество по темпестам практически. 16-20 сейчас. Не, можно... Можно параллельно переходить. Не, я Twitch не буду выключать, как бы. У меня есть... Есть, конечно, желание это сделать, но это слишком кидалово, как бы. Потому что у кого-то действительно может ГГ сейчас не идти, там дикие проблемы были вообще недавно. Вот, пока его никто никуда не заманил, пусть он будет, все нормально. Ну что, развел Хиро 9 часов. Здесь, конечно, уже ресурсов нет, но приятного мало. Здесь есть продакшн, здесь есть пилоны классика. А зилки здесь все ломают сейчас у Хиро. По грейдам ситуацию не знаю. Так. Мазершип потерял классик. Хиро умудрился мазершип фокуснуть сейчас. Находится рядом постоянно. Что мне нравится у классика, что он грейды делает. Но Хиро тоже доделывает грейды сейчас. Ну что, Хиро все еще убивает. До сих пор здесь стоит пилон. Как классик этот пилон не фокуснул, я не понимаю. Потерял в ноль просто базу на 9 часов целую классик. Потерял крутейшие, важнейшие здания, такие как флитбиком. И сейчас это все еще на вторую базу пойдет. А здесь зилков штук, наверное, 12. И 3 дарка еще. Так, здесь архон вперед слишком вылез. Минус архон. Правда, классик фокусит темпистов очень неплохо. Хорошие залпы, там просто нежный ком такой летит, вы видите сами. Но классик теряет добывающую базу свою, посмотрите. У него 2 осталось, одна из них минус, все пробки минус 14. Нексус тоже Хиро сейчас зафокуснет, если дарки не будут газ бить, ё-моё, вдвоем. Нет, все-таки базу, наверное, добьет Хиро. И нужно сваливать отсюда. Правда, на весь этот харас Хиро ресурсов очень много потратил. И сейчас, возможно, он фокуснет 6 часов Хиро, пока классик ушел. Да, посмотрите, минус 6 часов, все, нужно отступать. Развод просто на ура, красавчик. Хиро разводит Аки-царь, я бы сказал. В этой игре все гораздо лучше получается, чем предыдущий. Главное, так провально последнюю битву не принять, как тогда. А тогда действительно он провально подрался последний раз.
И действительно, что самое интересное, вот колоссов 8 штук микси, они бесполезны против воздуха, классик нахренам ты их держит вместе со всей армией. Отведи ты, пусть они зелков там ждут, хотя польза какая-то будет. Сами, может, глядишь и разменяются, контролить даже не надо. Ну что, здесь опять разводы идут. В очередной раз Хиро фокуснул Нексус на 6. На мейне зелки тоже проблемы устраивают. Классик просто ему обкусал всю базу Хиро сейчас. И Классик, конечно, строит и Мазершип, и грейды делает, и Темпестов делает. Но потратил весь запас ресурсов. Вот этот злополучный пилон просто. Смотрите, он до сих пор жив там. И у Классика нету добычи. Что самое интересное. Хиро уже пробок повел отдавать. Кстати, боевого лимита 167 классика на 125 Хиро. А это значит только одно, что ничего еще не кончено для классика. Ну, Хиро сейчас пробок отдаст, у него тоже боевого лимита много сейчас станет. Вот они, пробки приехали. Опять же разводит к Хиро классика на то, чтобы он отошел от этого Нексуса. Нексус фокуснул, классик Нексус не отменил, у него 400 минералов даже нет. Все, здесь ГГ можно писать. Хотя нет, последний бой классик примет обязательно. Ё-моё, у него 177 боевого уже. Это жесть. Здесь битвы наземные идут. В то время, пока большие флоты, решают свои вопросы. У них другие цели. Пошла битва. Нельзя Хиро драться. Смотрите, у него на 60. Ё-моё, Хиро слил всех зелков. И посмотрите, лимит это на 60 меньше. Куда ты лезешь-то, Хиро? Фокуснул Мазершип оппоненту. А дальше что? Ну вот эту базу Хиро должен отдавать абсолютно точно. И за счет запаса пытаться что-то сделать. Но почему нет продакшена боевого лимита и почему классик не хочет Мазершип фокуснуть? Тоже странный момент. Пилон до сих пор жив этот от Хиро, который рядом находится. И это жесть. Можно с этого пилона еще варпать туда на мейн. Ну все, Хиро по 4 темпеста строит. Конечно же, за счет он запаса выйдет вперед. Классик по центру здесь бегает. Видит, что Хиро здесь. Хиро получает хороший залп. Вот. Обсервер прилетает. Классик пытается нагнать. Хиро обсервер фокусил. Фокуснул. Мазершип немножечко отстал. Но фокуснуть все равно тяжело. Ну что, как вы видите, продакшена у классика не осталось вообще. А у Хиро его достаточно много. Строит он и Архонов, и Темпестов. Смотрите, телепорт, он смещается под классика сейчас. А нахрена идти в размен с такими ресурсами? Вообще не нужно Хиро в размен сейчас идти было. Дает шанс классику. Но все равно все хорошо пока что. Несмотря на то, что боевого лимита меньше до сих пор. У классика меньше зданий, у Хиро больше баз. То есть он успеет. Но ему нужно старгейты восстанавливать обязательно, иначе беда. Темпесты строятся, причем Хиро хочет их увести по краю. Но классик может сейчас забрить этих темпестов нафиг. Здесь у нас 3 старгейта флитбика, нужно фокуснуть. На мейн Хиро не пошел, не стал рисковать. Темпестов вставляют дома. Все, что нужно Хиро сейчас вот это добить и телепортнуться домой, соединиться со своим приростом просто абсолютно спокойно и заново выйти вперед. Ну все, боевого лимита Хиро уже больше, у классика нет ресурсов, чтобы построиться. У Хиро есть и база добывающая. Темпесты сплетанулись, часть там базу убивает, часть где-то в другом месте дерется. 200 Хиро уже, еще 3 темпеста строятся. Ну, я не знаю, почему Хиро не хочет соединиться, бой принять. Можно Нексуса фокуснуть сейчас, например, классику. И уйти. Да, наверное, так Хиро и хочет сделать, фокуснуть Нексус и уйти домой, чтобы открылись здания просто оппонента. И только ни в коем случае на 6 часов реколиться нельзя.
Я даже не знаю, куда Хиро лучше реколится. Он вообще пока никуда не реколится. Вот это ошибка, что не реколится. Потому что, ну нахрена отдавать добычу свою, когда у оппонента ее нету. Пробки уходят. Ну или Минейт с другой стороны за 100 будет. Плюс сейчас Нексусы убиты, здания откроются. Может быть, да не может быть, Хиро увидит положение зданий всех. Будет понимать, как грамотно действовать в этой ситуации. Темпестов Хиро вниз ведет. 29-19 по темпестам. 6 часов пытается занять, но если Хиро сейчас примет бой без этих темпестов, будет фейл. Их там много, действительно. Классик возвращается. Хиро понимает, что это последнее издание классика. А есть у него пробка. Абсолютно не нужно Хиро сейчас драться за эти последние здания. Телепорт от Хиро пошел домой. Но представьте, как долго сюда возвращаться на 6 часов теперь. Еще Хиро стоит. Вот, только полетел. Еще архоны там могут застрять на мейне. И опять все не соединено. Да, пожалуй, вот то, о чем я говорил, Саша. Архоны застряли. Это стандартная абсолютно ситуация. Они слишком толстые юниты, и нужно здание будет убивать. Телепортнулся Хиро, кстати, на 6 часов сейчас. Ну и тилки пошли элиминейтить, то есть Хиро никуда не лезет, он хочет понадежнее сыграть. Ну, правильное решение, вот классик подход. Классика, кстати, обсервера нет. Короче говоря, это 2-1, здесь Хиро обязательно возьмет эту игру. Тут уверенность абсолютно у меня в этом. Ну что, битва идет, колоссы по земле выжигают, конечно, от классика, но по воздуху он сливается. Темпестов Хиро больше, 167 на 86 по лимиту. Через атаку вперед Хиро выходит. ГГ пишет классик, все-таки Хиро одну игру отыграл. Ну, главная уверенность, не потерять, все шансы есть на успех в дальнейшем, я думаю. Очень долгая ПВП. Ну, честно говоря, ну, игра прикольная, но какого-то экшена такого не было на грани. То есть все надежно очень, как бы все. Стараясь игроки засейвиться, то есть получается такая, ну, невнятная игра. Ребят, если ГГ плеер не лагает, переходить сюда, просьба очень большая. Probably the shortest game one that you could possibly expect to start this tournament off. I mean, it very clearly looked like Classic was going to crush 3-0, and I was about to be really embarrassed because I called Hiro to win the whole tournament. But that last game, I feel like that's the sort of loss that can put Hiro back on the map. That is so exhausting to lose for 45 minutes in a row. And we saw him in there with his coach, right? And it didn't look good. He looked very upset by it, and you know, especially when you look at that game and the fact that there was a pylon like in his. Мнение враги гемонию корейцев, ну много об этом речи было. Сейчас нет смысла начинать. Все у них по-другому в Корее с этим связано, грубо говоря. Совершенно другой подход.
with elimination behind him, that's it. If he loses that game, he's absolutely out. He was able to fight back. Ну что, не будет у нас всего лишь трех игр в первом бо 5. Пилон четкий вообще, да, зарешал сейчас. Ну что, если Хиров тащит, то чудеса на виражах прямо. Но еще для Хира далеко не все закончено. Вот один из главных моментов, кстати, в игре тоже действительно. Убил Хира Роба, архивы Темпларов, Робо Бэй. А самое главное, что я считаю ценнее первых трех зданий Фаржу, с третьей атакой. Как бы он не реализовал за счет атаки в итоге игру эту, но... Потому что битвы не было. Но все равно это решает всегда, так как... Ну вот здесь он побеждал за счет этого, конечно, но... Здесь классик за счет преимущества по темпистов развалил, хотя Хира настолько раньше в них выходил. Странно, что классик как-то обогнал его вообще. Так, Морфей Латулип, спасибо за подписку на премиум. Бабище отключилось у нас, поэтому ничего не говорит. Всем спасибо за поддержку, ребят, сегодня я до конца с вами. Не думал, что Близкон завтра, суббота на воскресенье, потом с воскресенья на понедельник, были сегодня другие планы, но раз главный турнир сегодня, значит, я тоже здесь. Вот, не пошел я там на празднование днюхи друга своего, но страшного в этом ничего абсолютно нету. Близкон нужно смотреть, обязан его стримить. Так как это StarCraft. And the classic and that didn't matter. PvP final battles are gigantic. There have been so many times where, like, you have six more colossus, you have five. На стенде из К2 объявили, что будут вводить платные голоса вместо стандартных голосов королевы, адъютанта и т.д. Слушай, не знаю. Посмотрим, что они там придумают. У кого больше шанс против Фина, у Хира или у классика? Я думаю, что у Лайфа больше всего шансов против Фина. А вот Протусов он разрывает вообще. Но я думаю, что с Хира ему было бы тяжелее, потому что у Хира такой аркадный стиль, а Протусов, которые любят постоять, типа Зеста, вы видели, что с ними делает просто Innovation. Он их втаптывает вообще в любую карту. Пока что об Атуру разработки. Я не знаю, как бы это все интересно, нахрена платная озвучка в компании. Компанию-то раз прошел и все, а вот для мультиплеера им бы что-нибудь придумать. Сапоги зилотовские какие-нибудь, я не знаю. Ну, что-нибудь придумайте, что-нибудь. That's probably part of the reason why we're spending some time in Game 3, because it feels like that's where Hero's emerging. Like, the first two games, he was getting smothered under Classic's just supreme play, but in Game 3, it was Hero that had the better engagement, the better army control, and the better harass, which is a huge part of PvP, by the way. And it was in Games 1 and 2, but it was just so Classic doing the better. Seraph, это именно он. As long as Hero manages to get in the later stages of the game, 4 and 5, I'm feeling pretty good about him. But Classic, he can get the build order advantage once again. Hero looked a little bit shaky in the early game, being afraid of just, you know, it's so easy to lose a PvP in the early game. There's a lot of variance, and Classic looked a little bit more self-confident there. This is going to be a very scary matchup going forward for Hero. Что за новые стримеры? Старик на Good Game стримит. Кто там новый старик на Good Game стримит? Привет, Крадок. Первый раз вижу, что пишешь. География и ОБЖ. Scary map, because there's so much high-low ground alternation through there. I mean, if you have a much flatter center, as you do on Cactus Valley, you at least have a little bit more comfort there, but it's so easy to just run your army straight up and lose all of everything immediately. You know, I'm just wondering if Classic can hold up his mentality, because he outplayed Hero Game 1, he outplayed Hero Game 2, he outplayed Hero Game 3, and then lost.
And he looks shaken. And at the end of the game, like, it was like watching a robot with his circuits. Там я вижу на Good Game стримили, кто стримит BlizzCon, но они вообще не StarCraft стримят. Вот в чем прикол. With his coach talking to him. То ли Хардстоун, то ли что-то еще. Hero may have just won the series with that game. That is a possibility. Good time to call a timeout too, though, yes, and kind of collect yourself. That's why we're here. When players request timeouts, breaks away from the game. Так, тут еще на премиум подписался, спасибо большое. Озвучки нет, ни хрена сегодня у нас. Сам смотрю, вижу. Away to really mentally recoup, because I mean, I cannot stress how difficult it is win after you have been losing in a game for 45 minutes where it felt hopeless, and it was, it's exhausting. Well, you say that, but that's not technically true, right? Like, I think we agree he was leading at least half the game, and then так, ребят, я сейчас встану, мне надо сегодня готовил еду в холодильник, ее поставить забыл, я сейчас быстренько сделаю, вернусь к вам. I think what makes this so hard for Classic is he probably at some point had that distraction that we were talking about where he was like, yo bro, you just did it. You 3-0'd Hero. Yeah. You just won like $100,000 probably. And he allowed that into his head, and then Hero punched back, and now all of a sudden he's like, I need a 20-minute break, because I'm gonna go punch some walls. Yeah. I mean, I think all of us have had that moment where we go, I did it. I won. And I've never won when I think that. I've never won. Yeah, here we go. I had a few of those. Yeah, here and there. I mean, that is. I mean, how do you recoup now? That's like the big question that I think if we were able to answer that in truth, we wouldn't be sitting on this couch. But for a lot of those guys, it is like a break like this where they go and they just say, get it all out of your head. We had a plan for Coda. We had a plan for Iron Fortress. Yeah. And that's Classic too, by the way. That's what he does. Like, the first two games were very build order advantage and then hold and win. And even in game three, it was build order advantage and hold, but the hold part was what shook up. So I still feel like you got to feel good for Classic, but the fact that he isn't back, the fact that this was such a nerve-wracking loss, you got to factor it in. It's BlizzCon, for Pete's sake. There's no bigger stage. I think it's okay for Classic because at least the next map is Coda. Which is very normal. So he won the first two player maps, which are more standard. Sure. Maybe Pritchett is a little bit odd, but he lost on the big map Cactus. And if we would follow up with Iron Fortress again, which can to some part play out very similar to Cactus, it might be a little bit harder for mentally, but Coda, he can just get a quick victory once again. Maybe. I think that's a very good point. I do want to jump in and also add that SKT1 has four players here, as well as both of their top two coaches. So he definitely has the people behind him to get him calmed down in this short amount of time. If he can calm down, these are the people to help him with it. Now, it is kind of funny though, in StarCraft, though, like three of those people that want him to calm down are also competitors in the tournament. So they're like, man, what a bad loss that was, wasn't it? Aren't you nervous now? And he's like, get away from me, innovation. I gotta focus, you know. Like, now, are any of you changing your predictions for this? Oh, Dario is. No, I'm sticking with my prediction. No, man, that's not how it works either. We can't change our predictions actually. Wow, I'm not a coward, Day 9. I will stay with Classic here. He's Artosis is many things, but a coward he is not. You're saying you're not a coward when you're sticking with the guy who's leading and is on match point. You're so brave. Really inspiring. He's like, look up to me, guys. Someone's got to do it. Someone's got to do it, you know? So I know Classic. I hear you. I'm bravely choosing to stay with Classic as well. That's right. Like I said, I need to get a lot of points back in the caster prediction game. I'm sticking with Hero. Again, my favorite. Ребят, я вернулся к вам. Ну что они тянут, я не знаю. He gets better and better and better. He was quite far behind. And managed to look okay. He started to do a lot of very difficult to judge multi-pronged attacks. Но что-то не начинают пока, да. Where he faltered most, but if he can get to that mid-late game, clearly that's where Hero shines. I mean, yeah, one of the ways to look at it is I feel like Hero got stronger as the matchup went on, right? Game one was his least impressive, game two got a little bit better, game three was obviously his win and perhaps his best display yet, so who knows if game four gets even better. Wow. Look, I actually think that, like, if he wins game four,
I think Classic needs to finish it off here, because like Dario was saying, you know, even if Hero loses game one, game two, he can still fight back because he gets better as series go. You just mentioned that. Touched. Какую нямку приготовил. Saw him, his mentality already starting to break. We're going into game four, and then game five is a big four-player map again. Ну, Рис сделал на сковороде. Хмели Сунели, туда Карри, Тмина чуть-чуть. Водички заливаешь, ставишь, он так могу тушиться. Чувствую, у кого это время? Курочки, ножки режешь, маринуешь их маленько. Тоже с Мели Сунели. Морковочку со сметанкой и духовку одновременно. Вот такая вот хренотень. Вот. Для первого раза нормально. Тарзан, спасибо за подписку на премиум. We got that little bit of hype there with that Hero win, so a lot of the fans are feeling like the momentum may be with him, but we can't ignore the fact that Classic is still one map away from victory. Hero needs to win. Что там, кто-то клаву меняет, что ли? Yeah, looking forward to this one. It's time to get into. Походу, да, что-то случилось. Will Classic close it out or not? Ну да, немножко смака. Я бы не сказал, что это прям здоровая вообще пища, но вкусная. I actually tipped Classic as well myself, but it is so tough when Hero looks that good on Cactus Valley. Getting in Dakota in the top. Так. Ну, через 22 часа от данного момента у нас полуфиналы, то есть поспать днем как бы и вечером опять Близкон запиливать. Вот так вот у нас там все будет. Спиритолог, ты пельмени пожарил? Тоже входит, заходит иногда. Я пока все это делал, просто так жрать хотел, что вареники, картошка с грибами там такие на развес купленные был, запилил тоже. Короче, на разминку. Вот. Куда Тарзан пропал? Ну, завязал. Давненько он уже пропал. Бомбит. У тебя бомбит. Захотел поесть, поставь чайку, завари, попей ночью. Самое нормальное. Прогрей кишки. Малешка. Hero, however, loves that late game. We can see that even when you look at his percentages, when he plays those later games, he does tend to win in this matchup. And Artosis is very correct. He is, sometimes. He is. Sometimes. In his case, he is absolutely correct in my eyes. And to continue on with Artosis... Гормли 85, видишь как? Залью ли я записи быстро? Ну, если будет быстро заливаться, да, то быстро залил. Просто я боюсь сделать стоп-старт. Ну, вроде нагрузка упала на сервера. Люди помешку спать ложатся на других стримах везде в среднем. Плюс как-то и постабильнее все заработало. То есть я думаю, что все нормально будет, и я стоп-старт сделаю. Как бы. И буду по очереди все это вливать. Не знаю, правда, как на ГГ-плеере там пишется, вот это все писалось. Но YouTube, думаю, быстро. Я даже думаю, что на ГГ-плеере не буду обрабатывать. Андрюха уж там оформит все. А часовые там по часу, по два записи на YouTube быстро обрабатываются. Просто уже сразу YouTube выложим там, и все. Мувиджир, понял тебя. Вот Мувиджир говорит, что стало лучше, у него больше не фризит. Так что, ребят, с Твича перебирайте сюда. Я вижу, да, тут понемножку перебираются люди. Вот. Всем спасибо в очередной раз за внимание. Четвертая игра Hero против Классика. Пока ничего не происходит, кроме того, что Классик строит уже Даршайн. А что же Hero у нас там делает? Так. А Hero делает блинк. Это очень опасный расклад сейчас, потому что слишком много бустов, и такое ощущение у меня, что Hero как будто с блинком пушить хочет, то это очень плохо для него может кончиться, ведь
Сейчас, если Робо он уже не закажет... А вот Робо пошло. У классика. А, это у классика Робо пошло, ребят. У Хира ничего пока не пошло. И, ну все, вот если сейчас в ближайшие секунды Робо не будет заказано, я думаю, что для Хира это беда. Хотя вот иллюзия пролетает. Посмотрите, он видит Даркшайн. Ну, теперь, значит, Хира отобьется абсолютно точно. У него Робо пошло. Нужно отступать домой. Нужно срочно варпить сентри на рампу. Хира блочится пол... Нет, просто один пилон поставил. Газа 0,02 есть. Классик рядом, здесь ходит пробкой. Хира видит пробку, нужно минусовать, отгонять. Пробку минусует, два дарка идут вперед. Две сентри здесь есть, нужно новых сентрей варпить сюда. Абсолютно точно. Робо подстраивается. Нексус Хира заказывает. То есть у классика есть выбор. Либо попытаться сюда пройти, либо Нексус отменить. Он, конечно же, Нексус сразу отменяет. А нахрена Фил ставил Хира? Так, Нексус отменен. У самого классика Нексус ставится. Несмотря на то, что дарки особо-то не вкатили здесь. Так, а нахрена Хира второй Фил ты так резко ставил? Еще не понял. Which means he's going to have to warp in another one, or at least block the ramp for a little bit. He doesn't actually have one just yet. No force field just yet. Oops, still getting hurt. Филда больше нет. Выходит обсервер. Попытка фукуснуть. Контроль просто чудесный, как всегда у Хира и бывает. Отогнал всю нахрен. Так, 200 рублей через плеер от Госу. Помни, респект. Да, кстати, когда вебка будет? Ну, слушай, не знаю, на... как же личным моментом я говорил, с этим связано. Ну, не знаю, вот к Новому году, там после Нового года и тридцаточка уже накапает мне, натикает жизнью отмеренная. Думаю, что, может быть, в этом районе что-нибудь. Постараюсь запилить за поддержку. Еще раз спасибо. Вот. Так что с вебкой посмотрим. Ну что, дистанс майнинг от Хира пошел. Рабочих больше на 3. Это положительный очень момент. Ну, у классика больше боевого сейчас лимита. Оба строят призму. Так. Нексус у Хира кривой. Ну, я вижу, такое визуальное ощущение было, что далековато от газа, но если это так, то это просто, ну... Печаль, беда. Дарк проверяет, видит сталкеров. Призму тоже сейчас отгонит. Хира видит Дарка, но цель основная, основную он пропускает сейчас. Так, обсервер у Хира. Это все, пожалуйста, прилетел. Прилетел просто Нинзака, начинает вырубать рабочих. Приятного здесь мало. Смотрите, вот что называется. Обсерверов нет минеральной линии, фотонки нет минеральной линии, минус 7 пробок на ровном месте. Рабочие покатались, все преимущество, все нафиг отдано. Вот, насчет Нексуса я чуть пока до сих пор не уверен, подольше сейчас покажут. Вот, мне почему-то кажется, что может даже там и нормально он стоит. Просто иногда на некоторых позициях я даже сам сомневаюсь, ну, как оставишь, что криво, на самом деле визуально только кажется. Сейчас посмотрим. Так, здесь сталкер уходит, Дарк отогнал. Обсервера здесь равно нет, ударка не поймать. Так, тут на премиум еще подписывается это Мувиджир. Спасибо тебе, Мувиджир. Так, здесь сталкеры пришли, плюс 2 зилка, на мейн от Хира прилетает. Зилки всего лишь одну пробку минуснули на второй базе. Ценой абсолютно точно одного сталкера фокуснул Хира пилон, сбил обсервера еще. Found a couple of loose probes, but that was nice.
Да не, вроде нормально Nexus стоит, сейчас покажет еще раз. Дарк обнаруживает на 6 часах Nexus Hero. Nexus вырубить не получится, он слишком быстро ХП набирает. Ну, получится вырубить пилон. Как это призма задолбала летать? Дарк на вторую базу. Великолепный филд от Хира. Дарк садится в призму и улетает. Нет, такое ощущение, что на какой-то миллиметрик сдвинут. Там Nexus, ну... Ну, тут нужно реплей, на самом деле, посмотреть. Got that DT that was hiding away there, waiting for a probe transfer. Didn't quite go to plan there. And really, it's just chip damage here. And Classic's been doing damage to Hero. Hero hasn't really done damage. Так, ну да, учитывая, что здесь на квадрате Nexus абсолютно точно стоит, я просто не был уверен, что именно так должно быть. То получается, что у Hero он сдвинут немножко влево. И да, он криво стоит. Ну, это нервы называются. То есть газ с левой, с правой стороны газ, и минералы медленнее добываются. Ну, бывает. Но Classic уже давным-давно спалил, получается, что Nexus криво стоит. Порадовался про себя. Нервничает Hero, значит. Можно и нужно реализовывать игру, доводить до победы. По лимиту впереди Classic уже так на двадцаточку стабильно. Так, Hero просит паузу, не знаю, можно ли на Близконе их так ставить, эти паузы. Что-то случилось. Moving into the semi-finals, where they would have 15, and then it is a $50,000 finish. Фотонка на мейне криво стоит, сейчас Дарк еще рабочих нарежет. Продок, какую историю-то? Absolutely, absolutely, it's the world championship after all. That's right. Let's get better than this. А, про суп, наверное, ну, да там элементарная история, отчислили за физкультуру у меня с 4 курса. Вот. Ну как, там у меня справки были, что я освобожден, конечно же, я мог и ходить. Потом-то я сам уже начал бегать и все делать, как бы. Но в то время такого не делал, фигню и не занимался, как бы. Ну, как-то вот, короче, так это все. С одной стороны, я не прав был, ну и там и отчислять тоже было неправильно, я считаю, с какой-то стороны. Вот, ну, в итоге из-за... адвоката, который накосячил там, проиграл, хотя, ну, вот, все зависело от того, как я слово скажу, типа, согласен ли я, что, как бы, ну, вот это неправильно или нет, то есть я сказал, что, ну, согласен, что отчислили, но, типа, это предвзято было, как бы, а на самом деле надо было сказать, что просто не согласен. Тогда бы... Ну, короче, бред, как обычно у нас там. Не суть вопроса. Вот. Не берите в голову. Все это прошло уже, и как бы... Я понимаю и свою неправоту в той ситуации, что, ну... Был тюленем просто, как бы, и все. В итоге, как бы, восстановился я потом просто и закончил. Все нормально. Yeah, Hero lost like what? Was it 7 probes to that DT harassment in the early game there for Classic? And he's 10 probes ahead at this point, which means he's put a lot of his money back into his economy. Yeah, back into his economy. Which he does have, but
when it comes down to it, you're right. If the armies clash, he's going to be in a spot above it. Yep. All right, so it seems that we are going to have to reboot up the replays, or at least resume from replay, should I say. Yeah, there was an issue which we'll get fixed in a second. Так, с батей, судя, кто кому оплюху-то отлепил бы. StarCraft 2 champion, but right now, не понимаю. He's going up against a rival, in an essence. Yeah, they're absolutely rivals. When we talked about at the beginning of the series, if you guys just tuning in, these guys have, I mean, Classic. Что-то у Хира сегодня вообще все проблематично, обнут. Мы так до завтра просидим, а как выспаться-то, когда, чтобы Близкон заново смотреть, не понимаю я. Вот. Специальность, учитель географии ОБЖ уже, я не знаю, как это можно не знать. Сын дал бате оплеуху, и бать подал на сына в суд. Звучит как бред, потому что какую-то оплеуху-то надо дать. Как ты докажешь, что это? Надо такую оплеуху дать, чтобы там нос на бок ушел. Я не знаю, хотя бы как бы. Versus life. The reigning world champion will take to the stage and see if he can deliver the X factor against Innovation, of course, who is the reigning GSL champion and is looked upon by many StarCraft fans around the world as the current best player in StarCraft 2. His form is incredible. Короче, все про суды, всякие тему закрыли, все рассказал. So of course that is going to be a highlight game of ours that's just around the corner. Давненько это было. Да и левая все тема. GSL as they move into Africa TV. So he is a very recent GSL champion, which is a great indicator of who is the most powerful in the Korean scene. Absolutely. Absolutely. Кто-то подавал в суд на мать за то, что она его родила без спросу. Ну кто-то и говном обмазывается по приколу, тоже знаешь. Опущенцев всяких хватает. Что тут делать-то? Okay, where are we? All right, we're in this game right now. This has been going on. This is what I need to do. And it's the time to refresh. Yeah. It's the time to refresh. It's time to reflect a little bit on what's happened so far. That's right. Not wearing his blink pin today. Not wearing his Star League and Kasper Cup pin. He did wear it at the opening week, but just decided not to wear it today. Hero, of course, a two-time champion of this year in Korean tournaments. Yeah, and Classic is a tournament winner as well, a Premier Korean tournament winner as well. Лучше, короче, закрыть все эти темы, а то у кого-то сейчас явно бомбанет, как бы, ну. Need a couple of extra minutes, so thank you for sticking with us. But we are going to head over to the couch. То вдруг кто хотел говном обмазаться, а мы тут не приветствуем. Вот. О, привет, Фулгор, кстати. But what happens when there's some sort of unexpected delay? Oh, yeah. I think that there's this idealization that a lot of people have that everything is perfect when you go to a tournament environment, when in fact it's the exact opposite. Playing at home, that's when everything is under control. Mm-hmm. How do you recover in a spot like right now? And that is so, what was so remarkable about these guys is because they've been on the GSL, the Pro League, those big stages, they've had these technical difficulties and they can overcome them, but for a lot of guys like... Блин, я не знаю, что там у Хира могло случиться-то такое? MLG tournament or whatever, and like someone bumps the back of their chair... West Out, единственное, я не понимаю, ну ты играешь всю игру, что там у тебя, там, клавиатура взорвалась, что ли? Вообще, играл и понял, что неудобно. Ну, хотя ладно, что, всякое бывает, может, что-нибудь там отключается. Вейл Гризли говорит, ты заметил, что первое делает Хира, как снимает наушники. Прическу поправляет, точно тренера не хватает. Но я говорю, там всякое может быть.
You know, while you're just sitting in there alone, you are literally going to think over every second of the game. I have a, like, okay, I'm going to do this click and then that click, and then I'm going to move these units here, and yeah. You're going to be able to, the next few seconds when this game unpauses are going to be so fast. I have a throwback. I want to ask you, because you've been in this situation many a time, but one time I remember, Idra WCG 2007, was Dark Templar dropping you, and the disconnect screen came up. Did it help you that there was a pause in the game, or did it make it worse that your arch enemy was dropping Dark Templar at that moment in time? Well, I thought he was my friend. As soon as he dropped those Dark Templars, I knew otherwise. No, it didn't have any impact. People drop me all the time, so it's like whatever. That's actually the play against Dan. Yeah. Switch to Protoss, Dark Templar drop. That's what he did. You know, I like that comment you make about all the little moves that you're going to check, because we glorify, obviously. Что, не знаю, чайник может поставить? Сейчас, ребят, секунду. Did I check my geysers? Do I have four? Three in each of my four geysers? Did I build all the pylons that I need to? Wait, have I checked for proxy pylons? На бабки. Basic list of things. Because if you drop one of those, dead. Miss a proxy pylon. Forgot to hallucinated Phoenix Scout, a Dark Shrine. I mean, we saw in game three that pylon that was literally between his natural and third. He had an observer. Кофейку заварить. And all of us at home are basic enough to be like, kill the pylon. But he was just so convoluted and everything else. Да, всем тоже рекомендую что-нибудь такое тут сделать. Тут походу что-то надолго. The kind of stressful time too is when you like just throw a hallucinated phoenix through the base and you just see the Dark Shrine and then the game's paused for like 20 minutes and you're like, because sometimes you ask that question like, did he actually see it? But in this case, you're like, yeah. Тут же чайник, что из репортажа? А что в репортаже было? Я уже не помню за чайник. Тогда мог еще электрический быть, сейчас газовый просто. Тот электрический сломался, я не стал другой покупать нахрен. I think I saw Huck do this once in a tournament where he just put it in the будем газ жечь. And never saw it. Yeah. It's like this can happen to even the best pro gamers, and you know, everything's moving so fast. But you're right, if we had a pause there, he'd be thinking like, where are all these zealots coming from? And you'd probably look at it. It has to be somewhere close, because I feel like they're here all the time. Yeah. He might actually have moments where he tried to warp in the units, and then was wondering where his reinforcements are coming from. Like, trying to defend the drops that were actually happening from that pilot. Yeah, yeah. I've never done that, but that would be an incredible moment in time. Where you're like, nothing's coming. So at this point in time, like, the Dark Templar opening freaked me out, because that is literally the saddest way. Жена с дочь, я говорил уже где. У мамы в Печорах. Уже полгода как. Сейчас просто еще обстоятельства, что у меня операция была на связке. Вот полтора месяца прошло. Уже на палочку с костылей перехожу. Сейчас помаленьку я. Вот. Скоро у жены тоже там операция будет. Плюс надо уже решать жилищный вопрос, чтобы мне стримить отдельно. Ну, просто невозможно будет. Короче, скоро, думаю, все будет. Вместе, но не там, где я буду стримить. Где оперировался? Во Вредена. He wanted to build three sentries this early on. Right. He had to cancel, you know, his Nexus there. The Nexus gets up quicker for Classic, but does this throw Classic off? Because you know he's hope. He's like, у ребенка дела хорошо. Все хорошо, спасибо, ребят, за пожелание здоровья. Все нормально, надо было это делать. Да, пока никуда не переезжаю, но надо. That's exactly, I think, what Classic was going for. There's a lot of filter that can happen. Even an Oracle or Phoenix opening, if the Oracle's across the map and doing something in a DC... Маша уже... А, я хотел давно вам показать. Не тоже давно. Просто я нас не стримил, когда сделали фотку. Все спрашивают, как там дела. Вот. У Маши вот позавчера фотография. Тут вы можете наблюдать всех, и даже гуся одного, шерстизавра, не меня, с костылями. Вот такие вот дела. Этот тоже не может, что
не целоваться. Короче, вот такие вот дела, ребят. Убираю. Бобер нормально относится. I have an immortal still. I need to get rid of him. And then it's like, also these four stalkers are exactly enough to one-shot probes. I'll send them out. Скиллерс, поздно идти назад сейчас. Но всякие развороты в жизни возможны. Looking at the units of Hero, I'm actually liking his position because he opened up with a lot of observers to deal with the dark templars, and he also has a sentry. Так, с другом которого, из-за которого Нова повредил. Не то, что я бы из-за него там прям повредил. Как бы это случайность, да. Это его действие, может быть. Да я с ним часто общаюсь. С чем фиолетовым, не понял я был. Я сам, ребят, сам в охреневаю, я бы сказал, сколько все идет. Сейчас, секунду, чайник вроде закипел. Я вообще думал, там 10 начнется, ну там в 3, ну в 4 часа, ну в 5 край спать. Походу опять до 8, There's a zealot counterattack, and if we count the zealots, that's 28 supply. If we look at the probes, it means that this is happening. That might not be good. It's killing a Nexus right there. They're not spaceships. Yeah, it cannot be stressed enough that in PvP, the big final fight is it. Everything is so focused on that big final fight. You know, TVZ, we've seen games where the players are whittling each other away all game long. Main armies clash constantly, but PvP, it's the one fight. And it becomes, it's like everything gets hyper-focused and weird too. We saw the mothership itself get picked off twice. Mm. And that is a gigantic deal specifically with their army compositions because you do not want Tempest... Игроков, конечно, тоже можно понять. И главный турнир, такие призовые гигантские. Вот. Ну что так долго там чинит, я не знаю, могли продублировать как-то, не знаю, что-нибудь придумать-то там. Sometimes it's just the critical error of like I took all my Tempest and shot into one thing, whereas like the really skilled players splits them up так, on 6 and 6 and each one. Лево 968. Я не знаю, о каком сраче идет речь. Там, где лево, там всегда срач просто. If Hero can get there, as Dario said, it starts to become a little bit of wow, game 5, maybe. I hope we go to game 5. So you can. Причем он может рассказывать то, что не является реальностью. Yeah, sweating's great. We'll sweat together. All right, that sounds fantastic. But I want to remind you guys is if this goes to the late game, one of the biggest problems last game for Classic is he didn't have a dark shrine. Так, кстати, ребят, очень большая просьба. Очень большая просьба плюсовать записи на Ютубе. Сейчас я проверю, потому что хотим канал выводить. Ребят, не знаю, что здесь, даже боюсь представить. Ставьте плюсики. Видео с какими-то моими фразами по первому для Близкона, который Андрюха нарезал, за что ему респект. Вот. Я хрен знает, что там вообще. Потом сам гляну, сейчас не хочу смотреть. Вот. Так, не мой YouTube, там наш общий канал, которым аспирант сейчас заведует. Вот. Туда все записи заливают. Force field is
Let's throw it on over to our casters. We have game four continuing right now. Hello again, all you StarCraft fans at home, and hello, BlizzCon! Wakey, wakey, everybody! Ну что, вернулись все, что ли? We have figured things out backstage, and both players are ready to see, well, we're all ready to see, including the players, who ties the series, if you can tie the series, or if it's all over for Hero. Yeah, Classic could move into the semifinals with a victory here on Coda. The game is almost loaded back up, the players are ready, as you can see, on the screen right now. Так, Эва, забей на эти все истории. Таких друзей, сам знаешь куда. Вот. За что и куда. Вот. Давайте смотреть. Дивер, Дивердос Таиланд собирался тренироваться перед Лотовым. Не знаю, уехал или нет. Надеюсь, надренится. Главное, чтобы да. То, о чем вы сейчас можете начать шутить, не произошло. Вот это да. А остальные, про кого говорить, они завязали тоже. Ну что, ребят, людей все меньше и меньше, остаются самые стойкие, но самые интересные игры еще впереди, помните об этом. Ну что, Classic подлавливает Hero, пошел пуш. Какой фейл от Hero, ребята. То есть мы сидели все это время, ждали, чтобы увидеть провал. Лекса поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Очень долго, так что можешь меня пока поздравить. Сделал своей девушке предложение, и она сказала да. Ну что, ГГ 3-1 классик минус Hero. Красавчик классик, что я могу сказать? Спасибо тебе, Гусу. Поздравляю тебя! Молодожены у нас тут на стриме в чатике. Да в нашем чатике вообще уже жизнь кипит, ё-моё. Давным-давно все это мы знаем. Разных профессий здесь люди. Разные события происходят. ГГ, ребятки, минус Hero. Через сколько после старта... От паузы, когда кончилось, Hero проиграл. Через 5 секунд, через 10. Ну что вот это было-то? Я не знаю, попал ли Hero там в эту ситуацию из-за косяков своих. Ну что? Моя ставка именно на Hero не сработала. Мой прогноз, что... Ну там коэффициент был хорош. Но зато пока работает этот... Суммарный из четырех, как там называют, экспресс, вот. Так что так. Спасибо тебе, Госу, еще раз, ребят, всем за поддержку, спасибо. Жаль, что плееры сегодня косячили. Какой видосик посмотрим? Well, you know, I came in really confident. I've beaten him countless times before, so you know, I was feeling comfortable. When I was up 2-0, I went into Cactus Valley and I was like, I can beat him 3-0. I did make a mistake, went down, gave him a map, of course, still up 2-1, and I said, well, I gotta finish it in map number 4. I won 3-1, and now, yeah, I think you're right. I don't think we're really rivals anymore. I think, you know, I'm at least a little bit.
ahead on top of Hero. I'm definitely going on. This guy's moving on to the semifinals, ladies and gentlemen. Now I want to ask you this too. Now you're moving on. Ну, на 40 я бы не советовал отходить. Все-таки долго это затянулось с матча. Я думаю, они будут по времени сейчас подгонять. Вот. How much would it mean to you to be able to hear Classic fill this arena? Вот это иде, 다시 이제 준우승 아, 그 뭐지 준결승까지 이제 가셨는데 만약에 여기서 우승을 하신다면 정말 NIM 캘리포니아에서 클래식 클래식 그걸 계속 들으실 수도 있어요. 만약 그걸 클래식 클래식 얼마만큼 큰 의미가 있을까요? 어 그냥 그게 이제 프로게이머스 최종 목표일 수도 있을 만큼 그 승리하고 환호성이 정말 많은 힘이 되거든요. 그래서 Трэп 11 поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. Спасибо за освещение Близкона, Помидор. Неожиданно. Спасибо тебе, Трэп 11. Очень приятно, ребят. Как обычно, все очень от вас круто в этом плане. Hearing your name fill a stadium is every pro gamer's dream, and that's what's motivating me this year too. I think, you know, if I can go to the finals and hear that, that'd be such a dream come true. And if I can just get over the semifinals, I think that's always gonna be my hardest obstacle. But if так, цитаты поставить мои, сколько там минут-то хоть? Шесть, ну шесть можно послушать, в принципе. Я хоть сам сейчас послушаю хоть. Хоть вот такой смайл сам себе поставлю по ходу дела, потому что я там в конце уже и засыпал, и вообще, вот. Ну что тут было-то вообще, давайте посмотрим. Так, а что это показывают? Они какие-то мужики нарисованы, это вот этот Hero Superstorm, что ли, или к чему это? Да, кризис 10 ноября выходит. Зил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Помидор я, или томат, витаминами богат. На вид я не ужасный, круглый я и красный. Положить меня в салат, каждый будет очень рад. Спасибо тебе, братан. Пойду я. Блин, а я думаю, откуда этот звук идет? Думаю, Зил что ли присылает, вроде ничего не происходит. Что он творит? Он как щенка просто Зесту. Школьники, конечно, ребят. Куда без школьников? Я ж... Вот и Чарлик пришел. Самое... Вот смайл шарит, как бы. Самое главное, что лохов нет, понимаешь? Конечно, школьники есть. Я ж учитель по образованию. Ну что, прилетает дроп Колосса. Проблемы у Фэнтези на второй базе. Колоссу в башку сейчас туретка напекла ракетками своими. Зил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Помидорчик, помидор, очень важный ты сеньор. У тебя кафтанчик красный. Здесь ты вырос не напрасно. Ты пузатый и солидный. Сразу ясно, овощ видный. Очень соч. Блин, до конца не договаривай. Сколько символов? Есть ограничения. Очень сочный и румяный. Приготовит тебя мама, вкусно сделает салат и накормит всех ребят. Договариваю я. Вот так. Блин, ну Андрюхе на самом деле талант к этому делу. Чтобы ему надо почаще такими вещами заниматься. Смотрите, какие у него усишки просто. Вот это действительно усишки. Такие там. Как у мыши. Так, Зилох оказался узким. Ну, как в охрану попал? Какой-то, блин, узенький Зилок. Там быков надо брать, чтобы на рампу встал. Вообще там не пройти было. Ну что, через 3 с лишним минуты начинаем базар от комментаторов, вокзал. Вот ты даешь, Зил, в какой зал, не понял. Что за зал, как, какие ночью залы? Разве что пивно, пивзал. Вот уже тупничочек пошел. Не надо сраться, я думаю, что шоколадочки съем кусочек. Есть кофеина, там немножко нужно дозу получить. Проверялся перед операцией на яйцеглист, на протозоонозы. Ничего не было, но вообще нужно много очень посевов делать, чтобы выявить
Так, если матч начнется, скажите мне. Просто распаковывать там лингов всех, ломать им щи. Кстати, ребят, я прошу прощения, я ж забыл. Стоп-старт